Проверка. Должно измениться на битрейт. Сразу же? Во, Вот, пошел, 300, на. видишь, 300 битрейт. Очень сложная картинка. Причем мы 100 из них на Звук. звук. Но когда идет статика, он, естественно, если ему дать черный экран, то он ничего, это самое. Сейчас надо подождать, когда появится онлайн. Если он появится, конечно. Не, по-хорошему надо, конечно, вспомнить, что я транслировал последнее. ИГН? ИГН? Нет. А может и ИГН, кстати. Сын. Вместе с вами, блин. Быдло стрим. Я свой айдишник не помню. А, микрофон. Так, я понял. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка, проверка. Проверка, проверка. Телетели, траливали. Напишите в чате, как слышно. Привет! Привет! Так, надо перезапустить вообще. Эту хрень. Привет, привет, товарищи. Это будет просто такой хардкор. Вы... Дима, да, Дима скоро придет. Сейчас я перезапущу начало и... Как это зовут? Альткукер, Ctrl-Q. Конечно, я в DOS хочу выйти. Какой DOS? 20 лет прошло. Так, где? Нет, сделаем сначала install. Чик. А, сделаем стоп. А, нет, стоп-старт не будем делать пока что. Sierra, новейшие продукты Sierra предлагают вам только великолеп... Дим, ты видел, что ли? В самом начале инсталла там пишется следующее. Sierra вам предлагает только самую лучшую графику и отменный звук. И ты выбираешь EGA там, и так далее. Да, это действительно отменный звук и прекрасная графика. Superior graphics and sound, but only if you correctly specify the type of hardware that is installed on your computer. Окей. Конечно же, лучше это не цыгане, ТГ, не МЦГ, не ХГ, а Enchant Graphic Adapter 16. А, подождите, МЦГ есть еще. Может, она потянет? Совместимо. Sound Blaster. Не, я не хочу джойстик использовать. Да, и установить на дискетку все. Зелиард. Ну, смотрим заставочку. Только что-то звука нет. Ну, он, может быть, позже появится просто. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вроде со звуком все ок. Да, великолепная графика, отличный звук. Открою это я загрузку.
Прохождение Зелиард 1988 год с Мишкером и Дианом. Да, вот звук пошел. Звук пошел, пацаны! Изначально эта игра была сделана с PC-спикером, поэтому то возможности первого даже саундбластера не раскрыты. Экшн, экшн. Наслаждайтесь музыкой. Ладно, сделаю потише. Графа на пятерочку. Это ты еще дальше не видел. Там такие будут темы. Лягушки и крабы. Лей там пишет, 88-й год, пипец. Меня еще даже в планах тогда не было. Мы их только в 90 где-то третьем начали в эту игру играть. Ладно, нажмем пробел. Нет, пробел не катит. Блин, у меня работает вебка, поэтому... Вот. Короче, в самом начале, когда я инсталл, сейчас будет история, мы, наверное, ее полностью не посмотрим. Если кратко, была принцесса, был король, были злые силы там что-то вызвали бурю, которая бла-бла-бла, и ее превратили, земли, короче, разорили, а принцессу превратили в камень. В общем, неважно. Хотел Диме просто поведать то, что он пропустил. Когда ты запускаешь инсталл, настроечку, первое, что тебе говорится, такая окошечко о том, что Sierra выпускает игры с superior graphics and sound, то есть с превосходной графикой и звуком, но только если вы правильно сконфигурируете свой компьютер. Все вот. Верно. Ну, так оно и есть. Так, сейчас мы попробуем Space Quest. Какой Space Quest вообще, ребята? Вот во что нужно играть. Так, вроде, блин, неудобно будет. 156, да, я туда пересяду. Окей, давай. Только сначала ты играешь, я чай буду пить. Значит, ситуация следующая. Мы пока что... А, мы выполняем роль героя. Главного героя, естественно, который вызвался спасти принцессу, в общем, как обычно все. And hero. Сейчас я выведу стрим на главную страницу, чтобы все смогли понять вообще, что выпускали в 88-м году. Она ж 88-го года! Не-не-не, она в 87-м была сделана в Японии, а потом еще... А сюда она заимпортирована с этой музыкой на 90-е. На 90-е, ну ладно, тогда будем... Или по хардкору, по 87-му сделаем. Нет, ладно. 90-го года игра, если говорить о DOS-е, о PC. Но все равно ее в 93-м начали. Да, это бетка Диабло, ребят. Это бетка Диабло. Именно так. О, началось! Вы слышите эту эпическую музыку? Слышите, да? Ну вот так вот. Сейчас, подождите, я сделаю потише, а то что-то микрофон совсем... Так, ну вроде как нормально, да? Итак, вот они мы, вот они бегаем с рогами.
Давайте по интерфейсу пройдемся. Значит, слева и справа у нас две колонны, которые не юзаются вообще. Внизу элемент интерфейса называется Life, это жизненная шкала. Кэп подсказывает, что у нас как бы и их пока мало. То, что зеленые, это то, что живые. Она будет постепенно заполняться красными. Place — это место, где мы сейчас находимся. Игру тише. Все, я пофиксил уже эту тему. Мы сейчас находимся рядом с замком Фелишики. Вот. У нас нет бабла, нет алмазов. Алмазы мы добываем в пещерах, а бабло мы получаем в городе, меняя в банке. Ну, иногда мы, кстати, бабло получаем и в пещерах, за редкими исключениями. Дальше у нас идет меч и два пустых слота. Не будем пока раскрывать, что в этих пустых слотах будет. Ничего не будет. А как вызвать менюшку? А, Enter. Инвентарь. Ничего у нас магического нет, из одежды ничего, ничего нельзя использовать, только один тренировочный меч в руках. Мы, конечно же, заходим к нашему кингу, к царю. Бравый дюк Гарланд, тебе нужны мани, вот тебе 1000 бабла. Вот easy money. Easy money, да, очень быстро. Иди в город, там оторвись как следует и исследуй лабиринт, чтобы победить силы Джашина. Джашин. Мое королевство и жизнь моей дочери. Жизнь дочери — это, конечно, круто. Ну, то есть, если ты спасаешь жизнь дочери, правильно? Что получается? Вот. Are at stake. Видимо, на кону, да? Или как это переводится? Игра очень клевая, можно говорить со всеми персонажами, и они могут тебе сказать что-нибудь интересное, какие-нибудь советы дать дельные. Вот. Вот стражник стоят. Это палата принцессы Фелиси. Можно зайти на нее посмотреть. Привет, Фелиси, как дела? Она в камне, она молчит, ничего не понимает. Проехали дальше. Ой, девочка с арбузом. Короче, в первом городе, насколько я помню, никто тебе ничего не скажет. Заходим в оружейную. Можно сразу выйти из оружейной. И прекрасно отыграет оружейник свою роль. Типа, не теряй мое время. Отлично. Заходим снова. Здесь можно починить щит. Давайте купим какой-нибудь щит для начала. Щит мудрого человека. Wise Man's Shield. За 150. Щит блочит очень клевый урон. Можешь мелкий купить, чтобы вернуться. Зачем? А, да, есть у Димы интересная идея. Он предлагает купить мелкий щит сначала, для того, чтобы вернуться в город. Это на будущее. Здесь еще есть мега просто система прокачки. Вы думаете, что в Вове система прокачки? Это такой баян. Просто здесь все настолько грамотно было сделано. Не фиксируется, сколько ты XP получил, но система есть по левелам, по количеству, за каждого монстра, туда-сюда. Вот, мы покупаем маленький щит на 30 ударов, вы увидели, что... Ой, я могу использовать курсор. Вы увидели, что... Прикольный интерактив. Что в правом нижнем углу появился щит маленький и его запас прочности, так называемый. Мы его можем ремонтировать, причем ремонтировать гораздо выгоднее, чем ломать щит, потому что когда вы сломаете щит, придется купить новый за очень большие деньги. Можем купить оружие, но не можем на самом деле, потому что на выбор только тренировочный меч и меч мудрого человека, который нам пока что не по зубам. Не соглашаемся продать свой тренировочный меч за 200 и купить новый за 400. Уходим. Вот у нас домик Weapon. В церкви мы можем на халяву подлечиться, насколько я помню. Что? Комменты почитаешь? Давай комменты сейчас. Вот-вот. А, окей, давай, все, побежали. Magic. Очень клевое строение с милой девушкой, которая совсем не ведьма. Здесь можно покупать самые разные снадобья. Sabre Oil — это масло, которое увеличивает значительно урон от сабли, да? Да, да. Magina Stone — это магические камни, которые делают прохождение первых двух, наверное, уровней полной халявой. Kenko Potion — это... Лечебный эликсир, короче говоря, восстанавливающий, как Дима говорит, две клеточки. Покупаем парочку таких плюшек. А можно даже больше, наверное, да? Давайте три купим. Видимо, Майкер в эту игру долго играл, раз и помнит. Вы не представляете, как долго мы в ней играли. Просто очень хорошая память. Дима говорит, что память хорошая, на самом деле это не так. Мы реально тот же самый первый левел проходили, я не знаю, раз
по 80, по 90, потому что банально в школе на перемене там с сейвами еще не были знакомы, тем более система сейвов здесь очень хреновая. Она есть мощная, но для того, чтобы управлять системой сейвов, ты должен как бы знаком быть базово с дисковой операционной системой. Никакого интерфейса, типа я хочу сохранить сюда и загрузиться отсюда, нет. Для того, чтобы загрузить игру, ты должен выйти из нее и загрузить игру с каким-то атрибутом, с именем своей сейв-игры. А для человека, которому было 10 лет и который как бы... Вот, это было тяжко. Банк! Отдельная экономическая... Здесь в игре еще великолепная экономическая составляющая. Есть много городов, их наперед скажу, о, не фанда, Иришка, смотришь, аккуратнее с выражениями, Ира, привет, привет, сегодня первый день в школе, ой, какой первый, ну, первый день в этом году в школе был. Скажи про минус. Про минус? А, да-да-да, ребята, очень интересный момент. Я долго проводил опросы разнообразные, пытался понять, кто же у нас школа ЛО на сайте, какая аудитория именно, ну, тупо школяров. Вот, и сегодня, зайдя в статистику Life Internet, я увидел, что у нас минус 1300 человек, где-то 10% получается от... ну, было сейчас 14 тысяч. Не-не-нет, на данный момент, я же говорю. То есть к середине дня, к часу дня, когда вот все как раз были на первом звонке и дарили учителям цветы, вот, на сайте была посещаемость 13-14 тысяч к этому моменту. И, соответственно, минус по сравнению с вчерашним днем 1300. Короче, в среднем 10% посетителей Good Game это школьники. И это хорошая статистика. Итак, переходим к экономической составляющей Зелиарда. Во-первых, здесь можно менять алмазы на золото, потому что в городе у вас никто за алмазы ничего покупать не будет. Алмазы вы получаете в пещерах, а потом меняете по курсу в банке. У всех банков курс разный. Он может варьироваться вплоть до 20 раз, насколько я помню. Да, 1 к 8, 8 к 1. Самый жесткий курс. Вот, и иногда имеет смысл вообще, нафармив минералы, вернуться в какой-нибудь город и все хорошо поменять, чтобы купить там хороший меч. Но нам до этого долго. В банк можно класть деньги, правда, здесь нет никакого процента, несмотря на то, что назван это депозитный счет, никакого, собственно, бонуса мы не получим. Но, тем не менее, деньги наши будут в сохранности, если мы вдруг сдохнем. Ой, Ира, прости, если мы вдруг случайно умрем, понарошку, конечно же. Не знаю, естественно, нас воскресят. Нас воскресят, у нас бесконечные жизни. Все золото пропадет, половина алмазов. Какой Deus Ex, друзья, вы не понимаете. Я, кстати, графику лучше поставил, не заметил? Да. Там 64 цвета вместо... Да, есть. Вот это, нормально. Вот это клево. А, вот это очень классная тема. Это как раз квинтэссенция всего вообще RPG элемента. Здесь нам добавляют две вещи. Жизни и магию. И здесь же можно сохраняться, да. Но очень хитро происходит система добавления экспы. Мы не видим, сколько мы экспы получили. Можем только догадываться, хватит нам для получения нового уровня или нет. То есть мы, схема какая? Идем бить монстров, убиваем какое-то количество и можем возвратиться в город для того, чтобы попытать удачу и поднять левел. Когда вы поднимете левел, у вас увеличится количество жизней. Вот, сеттлерсы вторые, это тоже потом. Для того, чтобы проверить, нужно вот выбрать Sea Power. Я взываю там к духам, начинает колдовать руками, как мы в этот момент, конечно, переживали, дадут ли плюшку или нет. И она говорит, вашего опыта не хватает. Удачи в квесте. Что? А, ты идешь мочить? А, Сив? Да, Сив прошел отборочный в Питере, но забанен в чате на ГГ. Окей. Нет, Сив хороший парень, просто троллить не надо. Рекорд экспириенс не будем, да? Не будем. Все, друзья, мы прошли все ключевые строения, и настал момент зайти в этот страшный мир Мурала Таун. Вот это я. У меня есть удар мечом, можно приседать бить, это понадобится. Можем прыгать и бить в прыжке, можем стоять на месте, и это вверх-вниз. Удар более такой, по рейнджу большой. Ну, собственно, все. Лягушки. Поехали. Туда мы не доберемся. Гусеницы. Так, там надо, там 50 голды, да? Вот мы взяли первый алмазик, видите? И внизу... Сейчас, подождите, сейчас будет фишка. Ха! Это удар в воздухе. То есть вы падаете и нажимаете вниз удар. И бьете.
Так, вот 50 голды нам дали. Здесь мы видим дверь, закрытую дверь, из которой раздаются страшные звуки. Да, здесь очень важно вовремя наносить удар, чтобы не монстр вас не это. Давай я пробегу здесь, соберу бабло, да? Из вот этих вот летающих мышей выпадают часто вот такие вот алмазики. В них не по одному алмазу, а по 10. Голубые. А-а-а! Это зафейлил. Нет! Короче говоря, самое главное это... Ой, нормально прошли. Не будем пока брать, да? Тоже плохо. Щит наполовину уже побит. Но мне в любом случае нужно вернуться в город для того, чтобы поменять щит и попробовать получить экспу. Нашли ключ, которым логично мы откроем какую-то дверь. Ой. Может использовать? Рановато? Рано. Сейчас будет, да, бутыль. И наверху было два перца, я помню, две летучие мыши. Мы их в детстве называли перцами, потому что они напоминали нам... А, здесь есть имба, да, что можно из... Так, вот он бутылек. Восстанавливаем там наверху. Ай-яй-яй. Возвращаемся, не возвратимся? Ну ладно, давайте возвратимся, потому что уже, кажется, мы на первый-то левел... тем более щит у нас убрали, да. Стопудово надо домой бежать. Без щита сражаться гораздо сложнее, вы урон сразу же получаете, а щит там блокирует то ли 2, то ли... Ну, короче, очень много он блокирует урона. Зависит еще от щита. Вот мы заходим проверить нашу экспу. Так. Ну как? Holy Spirit, Purify... Как там... Какое слово должно появиться здесь, Дим, ты помнишь? С артикля Z начинается The Lights. Вот. The Lights, да, все дали. Дима помнит. И нам дали... У нас 1.5 раза больше жизни стало. Отлично. Вот это сильно, хорошо. Поехали дальше. А, в банке можно сразу же обменять алмазы. Здесь 1:6, кажется, курсы, да? Да. Да, 1:6 голды. Обменяли. И ушли, потому что нам нужно 150 голды на щит. Бежим, 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 бежим. Оп, оп, пробежал. Так, покупаем гораздо более, ну, дорогой, и у него запас прочности значительно выше. Все, уходим. Сейчас у нас прохождение всего, наверное, будет города, да? Всего подземелья, точнее. До самого финального босса, до самого страшного... Да, или до фейла, естественно, потому что в эту игру я не играл... Не, на самом деле я не играл в нее 1.5 года, потому что именно 1.5 года я попробовал, поиграл... То есть... Сейчас мы всех перестреляем, товарищи, перебьем. Хоба! По красоте все. Сейчас живенько. Вообще игра очень динамична, на самом деле. Несмотря на то, что это первый уровень, тут уже все равно возникают, видите, сложности с хпшечкой периодически. Нам сейчас наверх, наверх. Так, 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 так. Главное наносить удары заранее, чтобы не было... Это не будем задерживать ваше... Оп. Оп. А, вот это было слишком рано. Ударил. Вот на эти шипы, как вы понимаете, вставать лучше не стоит. Жизнь будет отниматься не очень быстро, конечно, но очень неприятно. Так, здесь быстрая платформа. Очень часто мы на ней запарывались, будучи молодыми и зелеными. Школа Лода. Ой, как здесь много товарищей, да? От них проще, конечно, убегать, но с другой стороны, там пропадают алмазы. А, монстры спавнятся. Музыка так вообще великолепная, согласен с товарищами в чате. И графа не уступает современному, ну, второму Deus Ex-у взять просто. Чё там? Так, что у нас здесь? Берем, да? А здесь ничего больше не будет, Дим, не помнишь, кроме... А, да, здесь же будет как раз, да. Я думал, во втором городе. Алмаз, который добавил нам 100 алмазов. Редкостная халява. Идем дальше. Это что-то вроде такой проходной секретки.
Едем дальше. 67 ударов на щите. Можно коротко пройти слева, но это там и опасно, и минералов будет. Ой, алмазов будет меньше. Минералов, блин, StarCraft переиграл. Поэтому идем длинным путем. Здесь нет много монстров. Но зато побольше получается алмазов мы соберем. Потому что на алмазы нам. Они всегда нам пригодятся. И на новое оружие всегда будет не хватать. Вот, и на. Оп. Оп. И кажется, мы дошли до босса. Вот она, та самая закрытая дверь, ключ которой мы нашли внизу. Можно спрыгнуть вниз и оказаться в самом начале левела. А можно зайти и встретиться с кем? Кто же это будет? Энкаунтер! Это краб! О боже, это краб! Ой, вот так нельзя делать. Ой-ой-ой, это краб! Да, я уже повторял эту шутку, Путин краб. Может восстановить немножко хп, а? Как думаешь? Краб! А-а-а, вот это была ошибка! Короче, на него попадать ни в коем случае не надо! В бой! Мой бравый воин. Да ладно! И нам дали 150 минералов, ключик. Алмазов. Еще алмазов, да, минералов. Победа! И тут самое главное сказать тем, кто не смотрел заставку, о том, что есть некое ожерелье, которое было разбито. Ожерелье принцессы. Вот, и мы его по кусочкам собираем. Наверху, видите, в интерфейсе появился первый алмаз в этом ряду, в котором как бы можно посчитать, что еще нужно 8 таких собрать. На 150 минералов, кстати, можно действительно построить гейты, например. И заходим во второй город. А, слушай. А, да, во втором мы все равно. График. Второй город нас встречает новой графикой и новой музыкой. Новыми местными жителями. Добро пожаловать, странник. Я тогда почитаю все остальное. Ты, скорее всего, пришел сквозь лабиринты из другого мира. У нас... I have nothing called such brave person encountered. Мы не встречали такого бравого человека достаточно долгое время. Тебе нужно... Чё? А, тебе нужно посетить... великого сажа Яшима. А, это она. Она будет... Короче, рада тебя видеть. Из Baldur's Gate Яшима? Тот, который Яшимо с усами, да, черный. Дюк, когда ты снова окажешься в пещерах, пожалуйста, попробуй принеси как можно больше алмазов. Protective Paris Build. А, то есть он говорит, что нам нужно построить какую-то стену из алмазов. И, Дим, во втором городе самый лучший курс, или в каком? Ну, в третьем городе, Дим говорит, что самый лучший курс обмена алмазов. Итак, всем еще раз привет, с кем не здоровались. У нас бонусная трансляция, неожиданная, по старой доброй игрушке под названием Zeliard, которая была выпущена в 87-м году, портирована на IBM персональный в 90-м, то есть игре уже 21 год. И она сверхпродумана, несмотря на то, что была сделана так давно. Ну что, мы заценили музыку, Дим? Заходи. Заходим. Сейчас... А что здесь купить-то, кстати? Здесь, в принципе, ничего не нужно. Эликсир каши? Что за эликсир каши? Ману восстанавливает. Ману восстанавливает? Может, одного, может, достаточно. А что за святая вода Асера? Ботеров Асера. Не помню, вроде бы чинит меч, вроде бы. Меч или щит? Может, щит. Может быть щит, ну фу. Сейчас лоток нету, нет. Так, ну ладно, хорошо, поехали дальше. Конечно, меня погромче, но я Дима здесь... пока рядом, он грызет семечки, периодически будет давать ценные советы, на этот момент он будет... Вот это важный момент, сейчас, друзья, во-первых, мы заходим к этой магичке снова. И в каждом городе вам будут... Вот это как раз Сейдж Ясмин.
Жасмин, типа так перевели. В каждом новом городе вам будут давать заклинания. Это очень важно. То есть вы начинаете пользоваться не только мечом и щитом, но и заклинанием. Кроме того, чем вы опытнее становится, тем больше зарядов каждого уровня заклинания у вас становится. Вот сейчас нам дадут первое заклинание. И она говорит: I shall teach you the magic spell of throwing swords. И я научу тебя магии метательных ножей, эспады. И вот вы видите, что 12 метательных ножей Е, эспада у меня появилась. Также мы, конечно же, попросим у нее посмотреть, что там в шарике видно. Не пора ли мне левелапнуться? Я более чем уверен, что пора. Причем давным-давно. Поэтому мы сейчас... Да, the light, она говорит, the spirits и больше жизни. Поехали, отлично. Может записаться? Уже пора записываться, потому что... Давай сейчас все бегу, а потом запишусь. В Инне это гостиница, там можно отдыхать за деньги. В банке мы, соответственно, сейчас обменяем алмазы. Exchange алмаз 1 к 6, окей. 1800, хорошо. Да, и нам сейчас нужно зайти в оружейню и посмотреть, что из новых щитов и мечей у нас есть. Меч, да? Wise man, это да, точно? А, этот дает, смотри, 400 за... А тот мне давал 200. Я посмотрю сейчас щит. Вот, каменный щит будет следующим, но для этого нужно насобирать 3000 голды. У нас где-то только полторашка есть. Поэтому мы вынуждены только починить свой старый щит, облизнуться и пойти накапливать бабло. Ой, блин, здесь нет возможности просто отменить. Поэтому... Все, репер щит. Чиним. И вот вместо 15 зарядов у нас осталось, ну, стало 80. Все, пошли. Теперь заходим, записываемся и идем вперед. Саж Мудрец. Это не имена собственные. Дюк это герцог. Вполне правильное замечание. Фолан молодец. Фолан, давай, кроши, мочи. Банхаммер заряди и вперед. Так, Record Experience, Майкер. Отлично, да. Уже говорилось о том, что здесь нет прозрачной системы лодов игры. Нужно это делать через DOS. Чуть-чуть попечатать немножко. Да, а мы пока продолжим наш квест. Поехали, впереди второй город. Я его уже помню гораздо хуже. На альт стрелять, Е, да, или как? Если дойдем там до третьего, четвертого. Ну, подсказывай, если что, куда. Кажется, влево, да, наверх? У нас появляются с каждым новым левелом новые враги. Тут уже модернизированные лягушки, которые пуляются огнем. А вместо улиток вот такие вот водянистые создания. Ничего в этой коробке не было. Здесь мы не допрыгнем. Вот такие вот штуки, они, видите, не пускают нас. Вон, наверху вы видите странное чудище, мы его называли кабаном. Не знаю почему, мы называли кабаном. А, там будет. Тут сразу же ключик, дверь какая-то. И спуск какой-то, возможно, вниз. Мы, собственно, сразу вниз спускаемся, проверяем справа на всякий случай, что. А, нам сюда, кажется, не нужно. Вон, лягушки, которые... Блин, это не хочется мне... Так здесь проверять ничего нужно? Окей. Ой. Так, сюда? На платформу? Опс. Серьезно? Ой. Ай-яй-яй. Да ладно! Блин, что-то как-то жесткий товарищ. А можно ешечка его? Можно, но не столько раз надо. При помощи магии мы завалили Боро. Он реально жесткий, пришлось использовать. Здесь не будем брать или будем? Короче, на камне написано: внимание, не открывай эту коробку. Мы всегда открывали, потому что не знали английский. Не знали английский? А зачем нам, если жизни все пока что? Да? Да, сейчас я налево пройду и
Там, кажется, тупик у нас вообще. Ой-ой-ой, да, вот. Нормально. По красоте забрили. В этой игре... Что? А, да, здесь особенность строения уровня такова, что они бесконечные. То есть вы идете как бы по линии, по кругу, который замкнут, по кольцу, если как бы. Особенно это заметно будет, когда будет уровень там 7-й, 6-й. И там все будет совсем печально. Там можно будет заплутать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот сейчас нам как раз и пригодилось. Ты ёшкин кот. Перед серьезным, может, и выпить все-таки одну. Оп, все. Восстановили все жизни, слава богу, а то уже были близки к фейлу. Кабан, у нас как раз 3 выстрела. А, ну я понял. И заходим в дверь уже, что это? Это не босс, да, насколько я понимаю? Это просто так, одна из 2 дверей. Ключ, которым у нас был. Здесь сразу убиваем одну летучую мышь. Видим, что здесь мы никак не пройдем из-за вот этой вот штуки. Двигаемся дальше. Здесь пока все просто прозрачно. Ай, да, это... С платформами надо уже сразу приноровиться, чтобы 100% на них попадать. Налево, соответственно, нам не нужно, мы вернемся туда, где были. Поднимем платформу, чтобы было удобнее возвращаться. Видим внизу шипы. Видим платформу, которая достаточно медленно передвигается, поэтому без проблем. Наверх сразу? А. Скоро придется использовать средства для перезарядки магии, чтобы у нас было побольше ешечек. Слушай, а мы без Magic Stone это вообще можно убить того осьминога? Может, вернемся в город? Ну, хп мало. Дима что-то по хардкору решил сыграть. Это назад, да. Просто нам... Мне нужно этот... ХПшки-то побольше сделать. Мы же уже столько наковыряли в монстров. Право мы вернемся там, где был ключ. Помнишь? Так, здесь шипы. Ой, там. Ой, опасный момент, ёшкин кот. Вот это реально было опасно. Возьмем? Из жадности. Так, тут я постараюсь... напрыгнуть на них. Сейчас подлезет эта хрень. Не хочет, ну ладно. Да, и вот уже монстр главный. А я, если честно, нет, 2 лечения. Используем Holy Water. А, на щит восстанавливает. А это и ману восстанавливаем. Напомни мне, пожалуйста, стратегию игры против... Сейчас будет босс, друзья, босс 2-го левела. Он плюется хренью, да, ее надо перепрыгивать как можно лучше, насколько я помню, потому что она может снять сразу масс хп. И при этом нужно еще вблизи... Может вернуться за хп? А, Дима хочет показать, как надо делать, давай. Не, поговори, расскажи про страту. Дима не хочет ничего рассказывать. А, я понял. Давай. Итак, зашли, парни, влетаем. Энкаунтер снова, это босс. Это босс, омайгадабл. Это осьминог, так его розеток. И он стреляет. Ядрен батон. А, не, нормально все, спокойно, пацаны, без паники. По красоте вообще Дима все сделал. Красавец, Диан. Нормально ты его. Просто мы от этой одной слюны, если не перепрыгнешь, то это трындец. Она тебя тащит на другую сторону этого и дэмэдж наносит. Да, и наша мышь победила еще одного монстра. 2 алмаза из 9 уже взяты. Бежим дальше. Впереди 3-й город, это значит что? Больше хп, новое оружие и, конечно же, новая магия.
Это лес. Это уже посложнее будет. Так, у руля сейчас Дима. А в этом городе есть несколько особенностей. Во-первых, здесь самый высокий курс обмена алмазов на... Да. И поэтому здесь нужно побольше пофармить и периодически сюда, наверное, даже возвращаться. Заходи, заходи сюда. Да. Нам дают новую магию. Это эсочка, кажется, да? Да, эсочка. Это какие-то arrow. Стрелы. И также экспы накопили достаточно для того, чтобы получить еще немножко хп. Бабах! Неплохо, неплохо. Мы с таким числом хп первый уровень заканчиваем. Да. Это максимум. Теперь заходим в банк, меняем по выгодному курсу. 1:8, сумасшедший курс. И мы можем купить Stone Shield сейчас, скорее всего. Да, здесь сможем. Меч не сможем, щит сможем. Да, здесь нужно... Тебе скажут, что нужно некий Hero's Crest. Что такое крест? Там какая-то маска, в общем. Это не крест, не крест. Медаль. Угу. Заходим к девушке, смотрим, что у нее как. О, Джоин Фрут это восстанавливает гораздо больше жизни. Кажется, все даже. 100%. Но выгоднее покупать нам все-таки по 60. А других это просто нет, да? Угу. Вот эти вот игрушки, Джоин Фрут, они у вас будут до конца самой игры. Потому что это реально просто спасение. Вовремя съеденная груша вам... Заходим в оружие. Смотрим, какие есть мечи. А, щиты. Stone Shield. Предлагают купить, продать. Вот он, 180 зарядов. Еще это невысокий щит, но уже весьма и весьма мощный. Также есть доступен меч духов. The Spirit Sword. Который стоит 6000 практически. Сейчас мы скинем, наверное, запишемся, во-первых, скинем бабло. И... Закинули все деньги в банк. Так, чтобы если убили, было не страшно. Туда же. Вообще иронично, когда девушка с шаром говорит, я записал у тебя игру на диск. Это лесной левел, по сути он представляет из себя, ну, большой-большой набор деревьев. 50. Оп. А, щит, кстати, да, поглощает выстрелы и то ли вообще не страдает при... Ой, пауки очень быстрые. Угу. Что же нам делать? Здесь важно просто не подпускать. А, вот. Эсочку сейчас Дима применил. Блин. Жесть. Давай, пей уже. Съели грушу. А, кейкофрукт. Ну, то есть, другой, более слабую версию. При помощи платформы поднимаемся дальше. Видим здесь... Зачем? Зачем, Дима? Зачем ты сливаешь? Пускай. Ну, ладно, хорошо. Здесь есть камень. Который говорит, что это самое высокое, самое большое дерево. Это не просто тупая инфа, потому что, насколько я помню, одного из жителей можно узнать, что именно на самом высоком дереве есть маска героя или что-то в этом роде. Ну, какая-то, в общем, подсказка. У нас реально слабый меч, который не убивает с первого раза большинство монстров здесь, и поэтому... Ой-ой-ой. Сумасшедший экшен. Но с другой стороны, на этом левеле мы с тобой идем, скорее всего, как раз и наберем экспу, потому что будем часто возвращаться, это раз. И заработаем бабла, потому что здесь курс хороший. Окей? Можешь же по возможности возвращаться потихонечку в город. Вот ключ взял, возвратился в город. Магию потратили, экспы получили.
А ТП сколько стоит? А зачем? А, вообще да. Наверное, выгоднее так. Я думал, что есть. Ну, здесь есть артефакт, который вас телепортирует, он телепортирует сразу на первый город. Это такие для хардкорщиков вообще артефакт, когда все плохо, и вы понимаете, что вам, ну, вы не играете с сейвами, например, но не хотите вот проигрывать в игре, и вас перекидывает в первый город. А путь от первого города, скажем, там, до даже шестого занимает, я не знаю, полчаса, 40 минут. Даже если бежать с оружием, со щитами, со всем этим делом. Сейчас Дима возвращается в город, ему нужно подняться сейчас наверх. И он окажется... Поэтому он абсолютно спокойно тратит заклинание, потому что после того, как он ему повысит левел... Да точно повысит, сейчас просто экспы больше дают, чем в первом левеле. Мы не добрали реально очень много жизни и в первом городе, и во втором, потому что и тот, и другой проходили с наскока буквально. Чиним щит всего за 21 голду. Секундочку, я от вас оставлю. Так, с вами Диан. Майкер по объективным причинам отошел. Там какая-то прохладная история с новым сервером 40 килограммов. То ли кулеров не хватает, то ли мощность у них слишком маленькая. 700 ватт на каждом кулере. Их минимум 2. Так, меня хоть вообще слышно? Слишком тихо. Да, я нажал кнопку. Горит постоянно. Ладно, пока ожидая Миху,
Я пофармлю голды и опыта. Нам нужен минимум 80 уровень, чтобы противостоять главному боссу. Заодно повспоминаю, куда идти. О, кстати, с новым уровнем все убиваются сразу. То есть при левелапе дают не только жизнь, но и силу удара. Это продвинутая система, когда пользователь ничего не знает изначально. Но это игра старого года, поэтому тут достаточно просто 80-й. Аддонов к этой игре не выходило. В то время не знали такого слова. Музыкальный аддон к Зелиарду? А, ну да, но это новая версия. Нам жизни маловато, ну да ладно. Давай. Я тут уже не помню, о чем говорить. Я выключил микрофон случайно. На чем мы остановились? Продолжается путешествие. Я вижу, Дима получил левел ап. Сила меча еще, да? Да ладно. Вот поэтому и... Ну, тогда надо еще побегать. Авось и монстров главных будем быстрее. Там же впереди у нас жесткая... Да, которую, наверное, без камней не будем... Ну да. Здесь проход же есть. А, не проход. Так. Продолжаем фармить алмазы, бегаем. А что ты, маску уже достал? Или нет? Здесь проваливаться, ну... Ты проваливаешься здесь, да? Так. Ты крест нашел? Нет, мы еще не нашли крест. Как раз сейчас за ним пойдем. Надо выше. Чтобы найти крест, нужно выше и вправо. Я помню вот это вот. А вот как раз он здесь, кажется, справа будет. В коре дерева. Ну, вот здесь вот прямо. Вот так вот здесь. Нет? Да, вот он. Вот она, маска героя. Или крест. Крест героя. В общем, то, с чем нас пустят, собственно, к главному боссу. Да? Сразу к боссу? Ясно. Так, может, ты в город вернешься и левел еще получишь? Я про то, что потом еще походить немножко. Ну, ладно. Волхак, говорят там. Ну да, пацаны. Такой замес сразу врывается. Дима туда-сюда, магию влево-вправо, жизни немного. Бред игра, бобер вообще не шарит. Бобер, это игра старше тебя. И этим все сказано. Все в игре есть. И аркада, и сюжет, и музыка, и графика мега современная по тем временам. И RPG-элемент. Я тоже не очень. И 3D, да, как правильно говорят, конечно же. Нам вправо сейчас надо, вправо возвращение в город. Вспомнил сейчас? Блин, а подожди. А куда ты хочешь? А есть... Ты готовься Enter нажимать, если что.
А, вон оно где. Дима показывает знания разных секреток. Немножко восстановил ХП, сейчас будет поспокойнее. Да, вот давить можно платформами монстров любого уровня, в принципе. Так. Долгий путь в город, очень долгий. Сейчас вот не по счету был выстрел, поэтому... Ну вот, уже я вижу, это самое начало. Заблочил выстрел щитом вовремя, повернувшись, потому что выстрел в спину был бы очень-очень болезненный. И вот он, город родной, можно было магию потратить уже на пофиг. Не убивает с первого раза? Сейчас снова заходим, соответственно, в оружейную, чиним меч. Ой, чиним щит. Меч у нас без этого. Подожди, давай я с птицей зафейлю, это будет клево. Типа сохранится? Да, типа сохранится. Ну, я просто ее никогда не убивал без камней. Это будет тупо ачивка. Только напомни, как она там летает, все дела. Когда она будет клювом тебя бить, нужно отпрыгнуть. А когда я пойму, что она клювом бьет, она же дикая. Когда она ударила, тебя клювом нужно отпрыгнуть, хотя бы если ты не отпрыгнешь, все. Трындец. Друзья, дело в том, что большинство монстров от первого там до пятого где-то левела можно убить при помощи так называемых Magic Stones, магических камней. Мы как бобры, в общем-то, как мелкие, когда были, не были знакомы. Для нас там, для того, чтобы до монстра дойти, кроме первого левела, нужно было потратить тупо час. А учитывая то, что мы не знали, как сохраняться, мы на монстрах очень часто запарывались, поэтому... А, денег не было. Алмазы были, денег нет. Ну, надо, конечно, обменять на алмазы. Сейчас снова придется починить щит. Закупить ХПшечку. Джуэн фрут. Они здесь, кстати, очень дешевые. 240, чуть ли не самая дешевая цена, в принципе, в игре. Потом местные продавцы будут заламывать вплоть до 600 голды за одну порцию лечебного снадобья. Weapon. И чиним щит. А как магия на птицу действует? Не очень, да? Зачем ты в инд заходишь? Тебе не дали левел? Ну, вообще молодец. 50 голды, так на халяву можно было. В гостинице вам предлагают отхиляться за денежку. Ну, так же, как в церкви, или если вам уровень дают. Просто если вам не дают уровня, то иногда приходится платить деньги для того, чтобы восстановить. Вот сейчас, например, The Light. Да, дали левел. Бабах, жизни стало еще больше, ешечек стало еще больше, мы делаем сейф, и я иду терпеть. Покороче имя, потому что придется часто вводить. Давай, что-нибудь... Короче, сейчас будет монстр, которого ни разу не убивал без Magic Stone. И страты я, если честно, не знаю. Кроме как, если она будет бить клювом, уходи. Вообще, отлично. Есть еще страты, Дим? Самая основная. Она летать же еще может. Да. Что делать, если она полетит? Ну, как это? Что? Бегать? Бегать? Мечом махать, не забывай. Мечом. В общем, друзья, это будет, наверное, первый фейл. Я, конечно, постараюсь выжить, потому что тупо не хочется выходить в DOS и загружаться. Вот. Ладно, давай. Ну что ж, стоять там. У тебя есть Heroes Crest? А, я вижу, да. Можешь проходить. Вот и поговорили. Мы все умрем. Надо переключиться на эсочку. Пробегаем. Опачки. И вот она здесь будет птица. Проверяем на всякий случай шальные вещи, потому что мне хочется оттянуть момент, когда я встречусь с этим петухом. Так, что мы имеем? Мы имеем, можем прыгать, бить, можем, оп, приседать, клюв, оп, и сразу влево. Поехали. Давай! Если мало жизни, надо жать Enter. Encounter!
Алярм, алярм. Птица! У-ху! О, ёпс, тудей! Что это? А, вот она еще что делает. А, вот клюв, да? Не тратит пока. Блин, страшно! Блин, я, кажется, много трачу. Вот это вот вообще не надо было делать. А, она сначала кричит, а потом бьет. Вот раз. А, приседать, точно. Ёпс, тудей! Нет, у меня нет последнего лечения. А. Давай! Щит сломался, там написано было Shield is broken, и все, до свидания. Чуть-чуть не хватило. Без сознания. Ребята, это птица, понимаете? Это птица. А что надо было делать? Ничего не так делал. Все? На нее бежал. А что, почему ее забежать? Ты на нее бежишь, на махол, сейчас нужно подбежать и остановиться. А, подбежать и остановиться, понял. Я выхожу в ДОС. Давай. Как делать? Не, дай мне вторую попытку, что ты встал. Зелиард, пробел, пробел, что майкер. И все? Попробуй все. Да, похоже. Грифон и имба. Ладно, у нас есть читы. Значит, что мы делаем? Во-первых, когда она говорит «кака», мы пригинаемся сразу после этого. Блин, нельзя против этих приседать. Пошли они к черту. Есть гораздо более важное дело. Так, значит, щит, смотрим за щитом. Давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ёпс тудей, ты видишь, что происходит вообще? Ну, так, тут прямо пишут, мута против зелотов решает. Мута против зелотов? Естественно. Терный имба. Что-то второй раз хуже получилось. Ну, вообще, да. Так. Ну, трешечку, дай мне третий раз попробую. Ну, серьезно, Дим, ну да, я по красоте все сейчас сделаю. Я не выдержу. Майкер, не торопись. Как не торопиться, когда эта хрень на тебя летит? Знаешь, не торопиться. Постой, подумай. Вот тебе, на-ка. Съела, да? Еще, канака, подавись, сволочь. Ой. Ой, я прямо... Давай приземляйся уже, дура. Блин, пол хп на все свои жизни. Классно, классно. Ладно, все, я понял, что я смогу ее убить. Теперь покажет, как это надо делать. Нет, не покажет, Дим. Или ты дашь мне ее убить? Не буду показывать. Ну давай, птица, давай, я готов. Вот они, мои руки. Ой, черт. Все, сейчас у них нет. Нет шансов у нее. Потому что я понял страту. Петух непобедим. А прикиньте, как было жестко, когда мы час доходили до этого петуха и без Magic Stone нам... Не, нереально выиграть вообще. Да не, нереально. Петуха вообще никак. Петух бог. Давай, я готов. Эсочка здесь. Поехали. На-ка. На-ка, свертуха на тебе. Лети. Оба. Давай-ка еще. На-ка тебе, на-ка, дура. Ой, как по красоте я просто ее разруливаю. Ой, красавчик. Михаил-то умеет играть. Петух топ-1 СНГ, кстати, я читаю в чате. Блин, нет, надо выжить. Я думаю, выжить нужно. Да, все нормально. Съел. Пошел, половина хп. Ну все, у нее нет шансов у петуха этого. На-ка, свертухана, ес! 500 алмазов дали. АПМ 300, как минимум. И это третий алмаз. Да, я справился с пиццей. А? Что скажешь, Дим? Да, даже у меня как бы не получилось. Нам нужно сейчас вернуться в город просто.
Вот это все запомнит, как. Да, ребятушки. Да, лучше сейчас вернуться. Надо сейчас вернуться в город, потому что курс обмена. Вниз, да, влево прыгать. У-ху! И сейчас по-хорошему курсу. А может быть, удастся меч сразу купить? Или в следующем городе он будет дешевле? Там подешевле. Exchange алмаз, 1 к 8 обмениваем. 500 алмазов, это 1, ой, 4К. Положи на счет. А, мне нужно сейчас вернуться будет, да? А я сейчас экспы попробую выманить, я такую птицу завалил. Давай, что там в шаре видно? Девушка. Реально петух был повержен. Давай. Нет, не хватило. Лол. Ну это, я считаю, несправедливо просто. Зачем жизнями? Тут не покупай. Repair shield. Да, жизни, потому что здесь самые дешевые. Ага, сейчас мы вернемся за нашими грушами. В банке еще бабки, да, я в курсе? Я просто не помню, сколько туда Димка скидывал. Там 3 с копейками. 3 с копейками. Но все равно в следующем городе у нас будет бабло для того, чтобы... То есть там дешевле. С каждым новым городом оружие, которое было в прошлом городе, оно дешевле. Поэтому имеет смысл просто сейчас дойти спокойно и... Как мы быстренько-то, а? Еще часа не прошло, мы уже 3 левела прошли. Ну, самое быстрое. Прощаемся с девушкой. И сейчас через птицу сразу же, да? Да, да. Через птицу коротко получается. Воды будут? Да, воды будут. А зачем скинуть? Почему? Может сдохнуть. Не, я не могу сдохнуть. Ладно, кладем деньги на счет. Чувак улыбается, сумма большая. Даже такие мелочи они продумали, молодцы. Кстати, если вы не знаете, какое разрешение у экрана, в котором вы смотрите стрим, 640 на 400. 64 цвета. Для ваших ушей работает великолепный MIDI, переконвертированный в Sound Blaster. Так, а здесь ничего у нас нет? Нет. И заходим. Впереди у нас следующий, 4-й город. О-о-о-о! Здесь будет много фейлов, друзья. Это мороз. А на морозе вы скользите. Видите, есть проскальзывание такое клевое. Вот. Стоишь на месте. А учитывая, что здесь будут платформы и шипы, незабываемые ощущения. Также клевости добавят, конечно же, сигары летающие и сосульки падающие. Что такое сигара? Вы увидите сразу же. Мы еще их называли палки. На час налево, правильно? О, черепашки, точно ж, ёшкин кот. У черепашек клевый армор. Вон сосулечки падают. Еще сосулечки. А, да, они же... Блин, это жесткий левел. Вниз? Влево, да? Вон там палкой. Да? А, да, здесь же по кругу. Жёстенько. Сейчас главное не зафейлить с этой с платформочкой. Спокойненько пройти. И запрыгнуть. Кажется, мы сразу окажем... Нет, не сразу. Выше, да? Проще все оказалось. Было раньше свернуть. А! Пробуй, если уже. Да не, я здесь по канату допрыгну. Правда, черепаха сверху может упасть. Когда уже Диабло 3? Ребята, это Диабло 3. Просто думайте, что это Диабло 3, и все будет хорошо. Фейл. Раз. Да, скользить можно же еще. Так, с черепахами лишний раз не встречаемся. Потому что оружие у меня сейчас не ахти. Магии нет. Блин, да что ж ты будешь... А, чем дальше ты разбегаешься, тем больше ты скользишь. Михаил. Давайте не будем рисковать, подошли спокойненько. Спокойненько встали. Здесь, кажется, кто-то будет. А, вот, а сейчас не облетели.
Класс. Так это не дверь, а... А стоп, я включу. Нет, я попробовал открыть. То есть влево сейчас, да? Ну, то есть вправо. Платформа. Надо было там дальше по платформам, и он вот он, да, наверху. Какие ауты? Куда идти? Помнишь? Здесь вниз? Тут платформа и шипы. Нам вот сюда вот нужно. Влево, да? Ага. Вправо, да. И здесь должна быть платформа, которая нас прямиком к ключу приведет. Блин! Ладно. Спускаемся по красоте. Сейчас налево надо сместиться, да? Да ладно. И вправо, да? Вот мы здесь уже оказался. Оказались, так. Так, теперь у нас есть ключ к двери, соответственно, мы чуть-чуть смещаемся вправо и снова падаем вниз, вот сюда вот. Вот так вот, так вот. И вот где-то здесь. Да, вот сюда вот. То есть секрет в том, что уровни, как бы, они симметричны не только горизонтально, но и вертикально. То есть они скроллятся. Ну, скроллятся, да. Фух, зашли. А что назад? Там тупик, кажется. А, нет. Не все так просто. Я уже забыл, что так. Вниз? Проскользить? То есть я сейчас могу забраться, но не туда, да? Ага, вон он. Я мог его взять. А эти, кажется, падают. А вот и жизнь. Хорошо, мы вернулись сейчас в самое начало, получается. А, нет. Ну, мы сейчас сверху, получается, сможем, да, добраться? Он где-то находится туда-туда. Да ладно. Вот он здесь уже будет. Все, ключ получили. Сейчас можно идти в город. Это налево, налево, налево. Ну, здесь же. Да. Уже начинает немножко заставлять... шевелиться. Игра. Почему так монстров мало? Этот нам только надо было дойти до третьего города. Он еще не начался. Четвертого, да. Добро пожаловать. Хелада и Варплер Плейс. Шадрин Голдкон. Саша, Шамы, Хитатр. А, вот. Смотрите-ка. А, ты был в пещерах ледяных? А, trying to make... Короче, туфь... Как он называется? Сапожник в этом городе пытался сделать специальные туфли Рузерия Барк, которые смогут помочь герою ходить по льду. И как только ему удалось это сделать, Джашин, приспешники Джашина его убили. Мне очень интересно, что стало с теми самыми туфлями. Вот. Опа, нас ловит буквально, останавливает на улице кто-то. Это ты тут самый смелый, да? Мой любимый Персил был убит этим Джашином. Опять же, приспешниками. Сразу после того, как его попросили сделать туфли. В общем, верни моего Персила ко мне. Ох, only you had not come. А, неважно. Забейте. Короче, сейчас самое главное. Мы вот идем вот к магичке для того, чтобы получить новые заклинания. Это как-то не парадоксально в ледяном городе F. Огненная F, которая горит, наносит такой урон и еще потом прогорает. Также мы обращаемся, учитывая то, что много монстров забрили, к магичке, чтобы она посмотрела, набрали ли мы экспы для того, чтобы получить еще жизни. И, конечно же, она говорит... не хватает! Да, вот так вот, плохо сражался. Проклинаем мы, в общем, ее, вернемся позже. Да, но сейчас нам пока нужно в банк... И
И сначала заходим в оружие, смотрим, сколько денег необходимо снять. Вот он, Spirit Sword. На 1000 дешевле. 5400, там был 5900, кажется, или 6. 6 с лишним. 5400, хорошо. Ну, пока что мы можем... Ну ладно, потом починим щит. Все одновременно сделаем. А, и что самое интересное, когда вам дают левел, у вас увеличивается запас каждого из прошлых заклинаний. И это очень клево. То есть вы как бы мощнее магом становитесь. Виздро мани. Сколько нам нужно? Нам нужно... Всё, снимай, потом всё? Просто закинешь. Угу. Зачем? Щит покинешь. И щит там вообще 50 голды стоит. Ну и что? В общем, ладно, сейчас идем покупать хороший меч, а то вы увидели, что даже каких-то убогих черепашек мы не могли с одного выстрела, с одного удара убить. Поэтому... Ой-ой-ой. О! Тут уже появляется новое оружие, на которых у нас нет бабла. Мощный. Первый большой щит. Высокий щит, да. Который прикрывает вас, ваше туловище полностью, абсолютно, от выстрелов. Ноги. Мы покупаем за 5400, продаем за 1500. И вот, обратите внимание, в правый нижний угол, вместо щита на 180 вы... А, меча. Меча вы получите... Опа! С красной рукояткой светящейся. Окей. За 31 голды мы ремонтируем щит. И я думаю, надо зайти к магичке, купить бабло и закинуть денег назад. Ой, купить. Вот, что у нас есть? А, у нас все есть. Возвращаемся сразу в банк. Я вижу, в чате есть люди, которые не шарят. Которые не понимают всей прелести игр, которым 20 лет. Да. Но мы не будем же их банить. Нет, естественно. Игра выше этого. Да. Закидываем денежки в банк. Радуется старичок, что мы бабло так хорошо ему слили. Он говорит, приходите снова, чтобы сделать депозит еще, ну, в общем, на большую сумму. Можно было, кстати, отдохнуть, чтобы восстановить. Переключаемся на F с огнем. Мы ее так звали в детстве. F с огнем. Ну, как бы F, и она с огнем. Это как у помидора, этим, пушка-воздушка. Как бы русский язык, он могуч. Так, давай-ка с вертушечки уберем одного товарища. Где модры в чате? Еще стрим слушаем, а в чате хаос. Ладно, поехали. Направо. Нам нужно помнить о том, что есть... Эти, кажется, падают. Нам нужно найти сапоги, те самые, которых... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта вот штука, она не убивается обычным оружием. Она размножается. Слушай, а мы не туда пришли. Реально, здесь хардкор же начнется без тапок. Просто вот... Что? Наверх. Наверх? Да. Понял. Короче, сапоги лежат на возвышении на... Ой-ой-ой! Блин! Можешь убить. А, вот, тебе на тебе сюда нужно. Да ладно. А, это не оранжевые, это зеленые. Зеленые там можно фигарить. Красные, красные, да. Сейчас мы пробуем вспомнить, куда и чё как. О, не всегда удается. Плодятся. А, вот они. Вот он, красный сапог. Он стоит на возвышении, и он нам позволит не скользить. С ним гораздо-гораздо проще будет проходить там ту вещь, которую, ну, которую мы изначально, там, платформы, всякие эти. Но для того, чтобы добраться до него, надо вот сюда вот. А, вот. Каким образом? К нему, кажется, только слева доступ или справа есть? Мы на одном уровне с ним. Кажется, прыгать сюда вниз, нет? Ты не помнишь? Фиговина, выше говоришь, да? Точно? Вот это палка, палка, палка. Да. Точно.
самое начало. Похоже очень. А, да, точно, ты упал. Давай, по новой. Наверх, через платформу, в этот... Город. А, в город даже? Да. Как же жестко. Игра не прощает. По-хорошему, в нее нужно играть изначально с листочком бумажки. Потому что... Ну, мы сейчас упали в то место, как бы... Назад не вернуться, кроме как через город. Поэтому мы сейчас идем... Сразу, вниз скользим. Еще раз скользим вниз. В открытую же дверь. Блин. Плохой разбег. У-ху! Крепашка. Много жизни наубивала. Но в городе, кстати, учитывая то, что мы монстров настреляли, можно просто профилактически... Что? Не будет экспы, думаешь? У тебя нижняя стадия не планкёвка. Можешь проверить. Да? Да. А, то есть ее слова еще... Блин, ну ладно, проверим. Опять она тормозит нас. Отстань уже. Проверяем, хватит ли нам экспы для того, чтобы получить новый левел. Holy Spirit Purify. Нет. О, видишь, это уже следующий. You must accumulate more experience. Так, давай аккуратнее сейчас будем с этими сапогами, не падать лишнего. Сначала идем наверх, как и в прошлый раз. Раз, поехали. Отличное начало сразу же. Дальше. Дальше есть? Проверим, да, сначала, потому что я реально не помню, что здесь. А, ну вот. В смысле? Да можно вот сюда, вот туда, только через... О-ха! По креативу, по скиллу вообще перепрыгнул черепашку-ниндзя. А-а-а! Угу. Да, то есть там не пройти. Нам по-любому сюда дим. По-любому нам сюда. Ну смотри, получается так. Да нет, сейчас один я момент проверю просто и все. Вот реально тут один путь остается, вот сюда вот. А, нет. Вначале немножко не так. Так, здесь не забраться, здесь не забраться. Здесь просто пробегаем, ничего не можем. Значит, вниз. Ну вот это вот сюда вот. Вот сюда вот сейчас. И вот оно. Да. Налево? Серьезно? Похоже. Я не помню этого места. А, здесь платформа ждать, да? И она как раз нас довезет до... Клево! А большинство бы здесь, конечно, спрыгнуло. А вот она, медленная платформа. Как не прыгай? Почему не прыгай? А, назад ехать? Как все сложно, а? И это еще третий левел, ой, четвертый левел. Там дальше такая жесть пойдет. Вот, теперь... Быстрее! Черт возьми, блин, хрень какая! У меня практически не было... Нет, был выбор проехать мимо просто. Ладно, все, поехали. Самое главное, что... Да, все проще, оказывается. Да. Ладно, подождем тогда в обратку. А на The World другого вообще жанра. Он не слэшер, он скорее такой атмосферный и даже, можно сказать, в какой-то мере более кинематографичный. Так, давайте покажем, да, это. Оп! Так, и я, кажется... Так. Что, уже не убить? Жалко мне ее тратить. Так, точно не сюда. Вот сюда. Вниз падать, да, через... И прямо на эти мы упадем, да? А! Стоп. Налево. И что здесь? Ну, туда мы
Падать? Я проверю слева. Все верно, все верно. А черепашки потом сейчас справимся. Черепаха реально суровая. Вниз. Просто вниз. А, да, здесь большинство тоже проходит по этой... Ну, здесь довольно простая платформа, медленная, и на нее как раз нормально ты прыгаешь. Но секрет как раз в том, что сапоги-то просто надо упасть на них. И вот мы получаем туфли. Это первый айтем, Розария Шуз, который позволяет нам бегать по льду так же хорошо, как и по обычной земле. Ну что ж, нам сейчас надо вернуться в город, получить левелап и пойти уже сразу от города вверх по веревке на жесткую тему. Ключик. Мы же взяли один ключик. А ты помнишь, где город? Отсюда. Или постоянно влево? А, ну да. Кажется, здесь будет проход. Да. А нам нужно про... Да, скольжение все равно нужно вот в таких вот моментах иногда, чтобы побыстрее пройти некоторые участки. И мы в городе. Вроде как нам сказали, что мало экспы осталось собрать для того, чтобы получить левелап. А левелап нам реально нужен, потому что это и бабло, и сильнее, да все вообще это больше. И урон, и от магии. Так, мы не тратили ничего. Щит починим. А, у нас нет денег. Придется поменять банки. Один к четырем. Чувствуете уже, какой грабительский курс? В прошлом городе был один к восьми. С другой стороны, монстры, конечно, стали пожирнее, но... Ой. Repair Shield. Всего лишь за 22 голды. Все, теперь заходим... Вот это вот желтенькое здание. Получаем ориентировочный левелап. Надеемся, конечно, что дадут левел. Он тут никак не это... Не высчитывается. Нет, не хватает. Тогда я в инч сейчас зайду, отдохну немножко. Не дали нам, пацаны, еще жизни. Зайдем за 50, отдохнем в гостиницу. Надеюсь, здесь 50? 70. Нормально. Ладно, хорошо. Мы просто восстановим не только жизни, но и заклинания все. Сейчас пойдет вторая часть этого ледяного четвертого левела, которая заключается в том, что вовремя вставать на платформы. Ее реально крайне сложно проходить без этих самых сапог. Куда пойдем? Наверх? А зачем я тогда туда шел, в принципе? Мне нужно в дверь или на веревку? То есть альтернативные пути вполне себе. Да уж. Поехали. И вот оно, да? Да. Вот оно. Хочешь попытаться? Я хочу пройти. Не, на самом деле я могу пофейлить немножко. Здесь, видите, несколько нюансов. Во-первых, все скользит изначально, это раз. Во-вторых, платформы двигаются с разной скоростью, это два. В-третьих, они подходят под разные, ну, то есть под вас сильно. То есть надо... Ну, как бы со стороны это... Ой! Халява какая? Ну, это тоже халява. Халява, да. Все халява. Самое интересное пройдет потом. Не выдержал, я не... Так, дальше. Пробегаем, черепашка. Хопа! Плохо. Проверяю стеночки, на которых есть подозрения. Ага, здесь надо присесть, кажется, для того, чтобы...
Ага, да, там же будет вообще же скач. Вот уже пошел первый же скач. Сейчас нужно вот так вот, потом прыгнуть. Потом спрыгнуть, потом прыгнуть. А, там же еще будет тогда, когда ты не видишь платформу, а должен на нее прыгнуть. Жесть. Да. Скилл не пропьешь. Не, просто проперло тупо. Ребята, попробуйте, это сложно. Реально, особенно без сапог. Ради интереса. О, ключик видим. А-а-а, мы быстро! А-а-а, всё, блин! А чё я так не попал-то? Она вроде простая была. О, пропёрла. Вот это да. Вот это хорошо. Да нет, я считал все это время в уме, как она ходит там. Блин. А, и с каждым левелом, друзья, шипы все более и более жесткие. Блин, а почему он не прыгнул-то опять? А сейчас не проперло. Очень не проперло! А-а-а! Слушай, а как здесь чит с регенерацией ХП? Давай завязаем. Ладно, не будем вязать. Снова проходить все заново. Бах, там падают с разных сторон штуки эти. А, еще есть тема, которая заключается в том, что когда ты пройдешь это 3-4-5 раз, у тебя тема и серия «Я это все знаю» не катит. Тебя наоборот начинают путать все эти платформы. Ты не можешь привыкнуть к тому, какая, с какой, как, где. Опа. Опа. А, палка! Нака! Во, сейчас мы этот. Там будет сундучок какой-то, бутылек. Синенький, полный рестор. А вниз пробовали спускаться? Ладно, мы уже близки к окончанию. Взяли ключик. Раз, два. Опачки! Ничего себе! А-а-а! Мне страшно под этими. Спокойно, спокойно, пацаны. Чего вы визжите, как девчонки? А может там секретка? Ты пробовал? Так. Снимаем ботинки для того, чтобы проскользить. Ой-ой-ой. Все уже. Это значит, мы сейчас увидим холодца. Его величество холодец. Короче, мы называли в детстве его холодцом, ну, потому что вы реально увидите, что это такое. А кто будет сражаться с холодцом, Дим? А, его вообще нафиг уносит, да? Ну, на F, когда он падает, тоже поймать сложно. Так, его величество холодец. Конечно, столько воспоминаний. Ребят, вы чего? Это желатиновый куб? Подожди, нет, я еще не готов. Я не готов входить, подожди. Надо вспомнить, он плюется этими, он прыгает. От шариков пригинаешься, да? Прыгает он недалеко, окей. Но он гораздо менее опасен, чем птица, запомните это. С богом, пацаны! Энкаунтер! Алярм! И вот он, его величество, холодец. Уху! На-ка! Понял. О, блин! Ёпс, тудей! У меня было 5 хилок в инвентаре. Холодец бог. Блин, жесть. А прикиньте, когда вам 13 лет, и вы прошли все эти испытания без ботинок, потому что реально не нашли с первого раза ботинки. Вы там пыхтели, там, час-полтора, падали на колья. Без ХП вы пришли до холодца, и все, и он вас унижает, и вы понимаете, что, блин, эта игра хардкорная. Она реально хардкорная, потому что даже сейчас, зная, что будет происходить, и это не самый, далеко не самый конец игры. Мы исходили в 13 лет с ума, вы чего? Ну, и с первого города начинать, спасибо. У меня перемена закончилась в школе. В ДОС выходим. Мы записывались? Не помню. Ядрен батон. Да, выходим. И смотрим, где мы записались. Да, F-ка вроде как похожим. Да, ботинки есть.
Ой, ну нам, по крайней мере, предстоит еще разок пройти эпичные колья. Да, Димка хочет поиграть. Сейчас я ему дам колья. А ты мне дашь кахалата завалить? Тебя уже. Да нет, да, я просто его недооценил. Он у меня напрыгнул. Трижды. Держи свой микрофон. Так, сейчас, пацаны, я возьму что-нибудь вкусненькое, печеньки какие-нибудь. Итак, за рулем Дмитрий, он уже сразу начинает с первого же шага, с первой же фейл. Ничего страшного, это Зелиар. Реально, ребята, это хардкор. Вот тут не было никаких уровней сложности, но даже с учетом того, что мы знаем, как, какой тут интерфейс, там, что там, как делать, даже куда приблизительно бежать, все равно игра, видите, задает много вопросов. Задает много вопросов. И если у вас нет геймерского опыта, то, ну, такого именно аркадного, например, то она реально вас поставит раком, если вам как бы просто... Не нужно, да? На самом деле мы в детстве так ее не смогли пройти, насколько я помню. Из 9 левелов мы прошли до 5 или до 6, потому что с 6 7, если у вас, конечно, не мега память, вы без бумажки с листочком и не... с склонностью к... логики, вы не пройдете игру в принципе, потому что там идут такие левелы, которые нужно реально рисовать и каждый шаг продумывать. Сейчас вот то, что идет, это лол, это семки, просто семки. И, конечно, многие, ну, не понимают того, что сейчас мы наблюдаем на экране, почему, что вообще происходит, почему 64 света, почему такая убогая музыка? Прелесть была не в этом, совсем не в этом. Игра реально бросала вызов. И многие этот вызов как раз принимали, но не... Ну, не справлялись, короче. Музыка вообще отличная, я ничего не говорю, музыка отличная, просто великолепная. Просто это вам не Blizzard со своим ансамблем симфоническим, записанным вживую инструментами и прочим. Это тупо человек с клавишами дешевыми на миди-микшере каком-нибудь сидит и хреначит. Но с другой стороны, он постарался на славу. Мало того, что звуки все клевые, композиции в каждом городе разные по стилю. Опа! Сейчас за рулем Дмитрий, еще раз повторю, всем еще раз привет. Мы начали сегодня трансляцию пораньше, потому что реально тупо запустили Зелиар Зинькиной машины. И меня прям такая ностальгия пробрала. Я хотел поиграть в эту игру. Очень. Потому что... Ну, потому что хотелось, потому что ностальгия. И хотел с вами тоже поделиться. Сейчас вот происходит... Он в середине испытания такого важного, который предшествует боссу. Снова придется взять ключ, естественно, потому что сейф отлично преодолевает препятствия. Берем ключ. Не побежали налево, потому что справа есть еще один бутылек. Ай, запала клавиша. Повезло, повезло Дмитрию. Не, рассчитано все, естественно. Офк. Выложи игру куда-нибудь. Ребят, Зелиард, что, занимает меньше мегабайта игра. Ну ладно, выложим, хорошо. Выложим, выложим. Короче, в новости будет ссылка после трансляции. А, ты не подлечился. Вернись обратно. Сейчас нужно ХП восстановить. ХПшечка-то не... Ты будешь с ним сам сражаться все-таки? Ну, ясно. Короче, ладно, Дима будет сам биться с этим, с холодцом. Да не, он на самом деле не такой жесткий. Главное вовремя лечилку делать. F-ку отстрелять, S-ку отстрелять, S-ку так, чтобы... Итак, снова его величество Холодец. Попытка номер 2 в исполнении Мерчука-старшего. Уворачивается от первого выстрела, получает жбан второй. Удар, удар, еще удар. Отлично, отлично.
Увернулся, хорошо, хорошо, по красоте, на бешеном микро и креативе. Эфочку, эфочку в него, эфочку запали. А, вот она имба, Дима! Вот она имба, родная! Давай вот, обычная, эска, эска. Кончилось. Нашли имбу, нашли против холодца. Эй, не... Осторожно, жизни мало! Добей его! Добей! Ес! Победа! Та-да-да! И далее 600 минералов. Ну, то есть, алмазов. Ключа нет. Да, все по скиллу, конечно. Как он сгорел, ты видел? Вообще, трррррр. Эфка решает, да, эфка решает. А если его полностью... Эфки баланс будут править, спрашивает товарищ в чате. Холодец, на самом деле, один из самых слабых монстров, в принципе. Он, пожалуй, сопоставим со сминогом и с крабом из первого и второго, но никак вообще не с птицей из третьего. Птица просто... А, нет, мне уже страшно! Это ж трешня вообще полная сейчас будет! Блин, нет! Как? Блин, это психованный левел. Психованная музыка, психованный уровень. Просто здесь такие темы психоделические. Летающие глаза, неубиваемые вот эти вот медузы красные, падающая земля из-под ног. Тебе направо, направо, справа город, Алёшенька, ты что, не помнишь? Наверху, я же говорю, справа город. Да-да-да, прыгай, беги, не останавливайся! Алёша, не останавливайся! А-а-а! Мы все умрем. А вот эту вот хрень красно не убить, реально никак, без эфок. Ой, тумба, да. Можно я за руль сяду? Отлично. Блин, ребятушки, тумба это уже пятый левел. Пятый левел это тот момент, когда уже мы начинали терпеть. Потому что здесь реально появляется что? Вода, да? Монстры. Блин, мы остановились, да, на этом левеле, потому что реально здесь уперлись в одно препятствие, которое просто непреодолимо. Здесь вода это как колья, но очень жесткая тема, которая вас демеджит. И есть место, которое просто перед боссом... Все в воде. А, нет, его можно пройти, но мы приходили без вообще, без каких-либо хпшек. Нельзя. Нельзя, да? Нет, мы с регеном проходили, кажется. С регеном, мы с этим жизнями. Короче, мы читерили следующим образом. Закупались полностью хп, чтобы пройти то. Регенили. Здесь регенерация работает. Перематывали там скорость, там ждали по 3 минуты, пока хп восстановится. И тем не менее не могли дойти до босса, потому что реально это невозможно получается. Без специальных сапог, о котором нам, я думаю, расскажет бравый сэр. Я надеюсь, что вы пришли помочь нашему городу. Сэр Грейвьярд Джашин, хорошо, он стал кладбищем после того, как здесь побывал Гашин. Пещеры, бла-бла-бла. А, вот, это не вода, это синяя гелитина, какая-то субстанция, которая засасывает, высасывает из тебя жизнь. А я думал, что так вода сильно дэмэджит. Не то что колья. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас есть в эпонере. Во-первых, смотрим меч. Knight's да, Knight Sword. Рыцарский меч. Он большой. Да. Сейчас? Да, прямо сейчас. Он говорит, что я не продаю этот меч. Он у меня всего один остался. Пожалуйста, выбери другой. Это был такой облом. Рыцарский меч и нельзя взять. А вроде бабло есть. А, тем более у нас-то бабла здесь было вообще немерено, потому что мы реально ходили по уровню и не знали, что сделать с этой синей субстанцией. Да, это было весело. Посмотрим, что у нас по счетам есть. Есть Honor Shield, Дим, за 7800. На него будем копить, да? Сколько он? 7. А в прошлом был сколько? 4800, кажется, да? Он подешевле был, да. Беда. Ну, чини. В общем, ладно, чиним щит, заходим, повышаем хп, берем новое заклинание. У нас же Тихо, нет, не говори. Это же был бы сюрприз, я не помню, что за заклинание. Уже вспомнил? Ну да, уже помню. Как ты сказал, блин? Они 9600. 9600 было нормально тогда, логика сохранена. Итак, заходим. И нам говорят, Яс с Хасим, ля-ля-ля, бифо, вот тебе магический спел Флейм. Ланзар. Это у нас было Эл с огнем. Эл, она с огнем тоже. И мы заходим, смотрим, что мы можем посмотреть. Хватит ли нам экспы для того, чтобы левелапнуться.
Конечно, конечно, столько бобров замочили. Yes! The light of spirits is bursted within you, короче. Все, и нам дали больше жизней, больше урона и больше костов. Сейчас мы посмотрим... Нет, сначала банк, а потом будет сейф. 20 ешек. А, эс... Эски не повышаются, эфки повысились до 8. До 8, да. Жалко. Хотя вроде бы их 8 было. Там потом. Заходим в банк, а здесь курс, кажется, еще более грабительский. Да, 1 к 2. 2 к 1. 2 к 1? 1 к 2, 1 к 2, да. Не, пока 1 к 2. 1 к 2. Следующий. Слава богу. А... Строу, посмотри, сколько у тебя. Бабла у нас 3к. Мы сказали, что хотим снять, сняли ноль, он говорит, я вас не понимаю, ведите дела более ясно. Депозит. Депозит, все, уже больше ничего не нужно. Все, больше не нужно. Скидываем, короче, бабло, все, он радуется хорошему депозиту, а мы уходим, идем записываться и... О, пойдем, на... может, листик, бумажечку, пока не поздно. Ты помнишь, куда там бежать за сапожками? Примерно там один путь, на самом деле. А, записываемся на бобра. Да, я бы... Что вы хотели? А рынок обвалили своим притоком алмазов. На самом деле, это просто разные города, и у них реально разные курсы. Потому что если мы вернемся в другой город, он там будет фиксированный. Налево? Назад, да. А почему не направо? А потому что направо уже там нужно... А, я понял. Короче, друзья, ситуация следующая. У нас не очень меч, не очень щит, и кое-как по XP. Поэтому надо сейчас очень аккуратно... Ё-моё, мне уже стрёмно. Музыка класс. Может, погромче музыку сделать, ребята? Сейчас, подождите, я посмотрю. Композиция будет мощная. Не, она нормальная музыка. Хорошая музыка? Очень плохая музыка. Ту-ду-дум. Нет, все нормально. Не, не надо. Ту-ду-ту-ду. Ту-ду-ту-ту-ду-ту-ту-ду-ту. Блин, столько лет прошло, я помню эту музыку. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Давай, докажи. Хопа! Да, Элечка только может убить этих. Еф с огнем, да, но медленно. Глаз, глаз, блин, глаз просто. Я помню этого чувака! Соточка, ес! 100 алмазов! Кажется, можно мимо пройти, да, ее? Опа! Что, мы до этого не додумались тогда? Не только. Заходим? Проверим. Так, ну ладно, спустимся. Сейчас будет разведка. Возможно, даже СП. Возможно. Ой, не надо. Падать, не падать. Или можно пройти мимо? Нет. Попробуем. Так а зачем тогда эта дверь нужна? Ну да, я понял, он есть ниже. Так, ладно, хорошо. Ой-ой-ой. Да? Не хочешь? Блин, эти... По красоте вообще, на бешеном микро и креативе, но это не то, что нам нужно, а сейчас я зафейлил довольно сильно. Дим, следи за щитом, он здесь улетает просто в путь. А эти плодятся. Ладно, заходи. Точно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Проверять надо. Короче, ничего не точно. Сейчас нас сверху сразу же... Да, вот эта вот хрень. Пробуй вниз. Там, будь готов к жизни жрать. Здесь... Ладно, не сюда, может быть. Или сюда, во. Похоже на правду. Убьем этого педагога. Давай, иди сюда, что ты стреляешь? Нормально. Это шанс хороший был зато. Но его в любом случае надо было убивать, потому что здесь шанс упасть достаточно велик. Блин, жестко. А на PC-спикере эта музыка звучала еще более устрашающе. Да, я вижу, да. Сюда вот вниз? Влево, да? Да. Смотрим, что это.
жизни, да, очень кстати. Ушла. Молодец. Главное не падать. Ой, вода, 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 вода. Ой-ой-ой-ой-ой, там дофига народу. Да здесь это обычное место, насколько я помню. 1000 голды. Ну, секретку открыли просто. Обычную. Давайте F-ку потратим здесь. Ну, не так, чтобы... Блин, так куда ж ты идешь-то? А, и он должен гореть еще некоторое время. Это жесть какая-то. Давай, иди сюда. Да, это нам не сюда. Да-да-да, все равно. Тем более, что курс здесь варварский. Мы, чтобы эту 1000 голды получить, должны были 500 минералов. 500 алмазов собрать. Сейчас опасный момент. А может вниз? Окей, как скажешь. А может здесь можно пройти? Да? Ну, конечно, конечно, я дам пропуская. Щит вроде цел пока что. Сейчас главное вернуться. Ай-яй-яй-яй-яй. А мы не вернулись случайно? Нет, не вернулись. Блин, жесть. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, вот это уже я зря сделал. Ладно, потратим элечку. А надо, если вы хотите потратить эльку на этого, надо их сначала размножить по-грамотному, чтобы убить сразу всех и получить побольше минералисов. Алмазиков. А, блин, я обречен! Давай. Как отсюда уйти? Опа-на! А вот тебе... Ну, перепрыгивать через воду и тратить жизнь. Да, нам нужно вообще до хрена сносить. А! Я жал на Enter! Чувствуете, какая вода недобрая? По чаю, может быть? По чаю, да, наверное, надо по чаю. Ёпсуды. Да, бобры тонут, друзья, бобры тонут. Ну, потому что был большой щит. Stone Shield, что вы хотели? Он каменный. Засейвились, засейвились. Ну что, мы знакомы с хардкором этой игры, хватит. Комментировать. Так. Что ж, придется опять выручать Майкера. Сколько мне лет, я даже не помню. Этот вопрос мне всегда работаешь? Тупик. Где тоже непонятно где. Содержит ли меня? Пока еще нет, к сожалению. Так, а как тут выйти? Вот так вот. Да, уже разобрались. Хелада Таун. Это не то. Это перед холодцом. Вот так вот. Мишка сохранился на мой сав. Какой-то древний. Миха, давай возвращайся. Я не знаю, о чем тут говорить. Тут игра на руки. Зомбиков. Видите, с них иногда очень хорошие алмазы падают. Вот, нам нужно найти какое-то место, где... Нет, это не оно. Итак, мы сейчас должны найти специальные бутсы, которые, кстати, в свое время, будучи детьми, так и не смогли найти. В какой-то момент говорит Дима, что нашли. Здесь можно вниз прыгать. Вот сквозь эту можно прыгать, я помню, да. Ну, можно было... А, ну да. Вот, для того, чтобы преодолеть непреодолимые, казалось бы, препятствия вот из этой вот синей жидкости. Что? Что брал? Ну, возможно, и что. Так. А, тут же еще этот. Подожди, а на что этот меняет меч? Ты за этим идешь?
Но здесь кажется что-то ценное. 50 голды. Нормально, взяли. Короче, сейчас вспоминаем. Не стоит так, а, ну хотя. О, ключ! Неплохо, так, самое начало тогда. Нормально. Дошли. Так, ключик взяли. А ключик от той двери правый? Параллельно будем идти. О, хорошо, подрезал. В общем, от простого оружия вот эти вот красные размножаются. Если вы хотите, собираетесь потратить эльку на красных, то лучше их размножить там до 5, до 6 штук, чтобы они в ряд все выстрелились и одной элькой все убить. Таким образом, вы сможете вместо 10 минералисов собрать там 60. Так, щит пока жив. Здесь никак не забраться. Да, это вам не StarCraft, тут думать надо. Но здесь по-другому мозги, конечно, должны думать. Но уже не нужно туда проходить, потому что это реально за ключом. Надо вспоминать, где была дверь. Проходили ли мы ее? О, молодец. Только надо было в прыжке еще вниз нажать с ударом. Тогда вообще без шансов. Ой-ой-ой, опасно. А, сейчас влево будет. Да-да-да, здесь будет вода, и через нее можно пройти. И там будет канат, спуск вниз. И два или три входа. Да. Там нету пик. И там дальше можно. Аккуратнее, аккуратнее, выпей лучше что-нибудь. Выпей, выпей. Кажется, то. Да-да-да. А-а-а, нет, не то это. Блин. Это уже то. Фак. Я подставил брата. Ладно, зато мы знаем, что сейчас... Что сейчас 1000 голды... Ну, может, и вернемся туда. А, мы можем, возвращаясь к ключу, от ключа, спуститься вниз. Да, это жесткая, конечно, игра. Ладно, поехали. Ты не туда идешь, надо было наверх и через стенку идти. Ты куда идешь? Дим. Вверх по канату, крайне правый. Вот самый-самый верх. И сейчас наверх. И сквозь стенку здесь будет проход. Насколько я помню. Да. Сейчас мы снова идем за ключом. Дима размножает красненьких. Убивает сразу 4 штуки. Получает 4 по 10, 60 алмазов. Не, не сюда, да. А может быть, да. Может идти туда. А куда она ведет? Может там упасть можно, да? Ой-ой-ой, аккуратненько, аккуратненько. Нам влево. Может быть. А, дело в том, что нам, кроме всего прочего, нужно найти еще ту вещь, на которую кузнец поменяет. Да? Только так? Да ладно. Блин. Ладно, взяли ключ, сейчас аккуратнее. Вот здесь, кажется, спуск будет в этот, в 1000. Каким макаром? Непонятно. 4 на 10, 60. Ну да, не 40, конечно. То есть, 40, конечно. Ну, просто я посмотрел на алмазы и сказал, сколько у него алмазов. Я в игру погружен. Что здесь? Так. Ну, здесь-то мы не были, слева. Так, ладно. Ладно, будем думать. А к чему вообще? Где дверь-то? Мы ее даже не видели, да, получается, еще? Да. Не видели, говорит Дима. Здесь проходить, да, были. Ну все, эта часть закрыта для нас. Все, канат наверх, понятно. Сейчас попробуем налево, например, пойти. Трэш идет, просто трэш. Налево, направо. О, отлично, плюс 100 алмазов дали. Сундучком, кажется, да? А, ну все, тогда уходим.
Ладно, значит, верх нам не нужен совсем. Отсюда есть спуск, два спуска даже, да, если будем падать откуда-то. Можем здесь оказаться. То есть идем вправо, город сейчас у нас, да? Вправо также, кроме города, тупик. Пробуем здесь. А, я еще раз со всеми здороваюсь. Если кто не в курсе, сейчас идет игра в Зелиард, очень древнюю игру, которая, возможно, даже старше многих из вас. Ей уже 24 где-то года, с 87-го, если считать. Вот, и сейчас мы находимся на пятом уровне. Знакомимся с картой. Повторю особенность всех карт в Зелиарде, пещер. Она заключается в том, что они линейны как по горизонтали, так и по вертикали. Ну, как бы это правильно сказать? Цикличны по горизонтали и по вертикали. То есть бесконечно можно бегать, если ты не поймешь... Получается так. Если вы не поймете принцип, по которому вот там работают двери, стенки, там что куда ведет, то вы можете бегать реально часами по уровням и пытаться понять, куда вообще идти дальше. Только методом, ну, если вот поймете, как все устроено, и методом исключения. То есть вот здесь мы взяли ключ, здесь вот тупик, вот сюда больше не надо, здесь можно упасть, но не нужно, мы пойдем туда-то. Вы сможете довольно четко определить, куда вам дальше идти. Пока что мы остановились на том, что вот именно в том месте, куда мы пошли в самом начале, да, здесь через стенку сверху можно прыгать. Здесь надо найти место. Прикиньте, какой хардкор, да? Во-первых, надо додуматься, что стенка фейковая. А во-вторых, найти такое место, в котором она прорубается. Да, она реально же прорубается, Дима. Я ж... Ну, в смысле, через нее можно же как-то пройти. И ты вот эту вот вещь мог понять только тогда, когда вот у тебя вся... Вот, вот. А, мы по этой и догадались вообще, что она ушла. Да. Точно, точно. Да. Сейчас пробуем прыгнуть как-нибудь, или с разбега, или еще что-нибудь. Вроде по каждой... Нифига себе. А ну может быть... Да... А, вот! Блин, такой трешняк. Представляете, друзья, для того, чтобы понять, что здесь что-то есть, без... А тогда интернета-то не было, вы нигде не могли ни у кого спросить. Вот у вас есть ты и брат, и как бы вы играете. Ну, еще там несколько людей в компьютерном зале, которые, ну, в компьютерном классе, которые еще хуже играют. И вы пытаетесь понять, как вообще, куда идти. Как? И вообще никак... А, сейчас Дима выстраивает прикольную тему, лесенку, для того, чтобы можно было в случае падения не проходить все заново, а воспользоваться. Отлично, 500 голды. На дороге, как говорится, не валяются, но на самом деле валяются. И нам определенно нужно в эту дверь, ну 100% инфа, потому что вниз это не то. А, Дима! Пикнись! Все, словил, и в жбандыка хедшота. Так, здесь минералов, к сожалению, сейчас проверит наличие тут чего-нибудь. Нет, ничего нет. Сельки переключить надо на что-то более полезное. И помнить про то, что у нас меньше половины жизни, поэтому аккуратненько. А, здесь падает, кажется, вниз можно упасть, кажется. Может, все-таки сожжешь? Сожги. Сейчас просто одна хрень может все испортить. Сейчас пойдешь на какого-нибудь педагога и все. Дим, не надо, давай. Дима, нет! Дима, нет, умрешь! Ты умрешь! Что за игра такая? Зелиард называется. Зелиард. Зря, кстати, рискуешь. Вот реально смысла нет. А-а-а. Сэкономил немножко баблица. А чё мы не это? Еще одна дверь линейная. Сейчас мы идем. Явно сюда надо. Здесь ничего. А вот тут уже появляются варианты. Явно не вправо, вот главное вниз не спрыгивать. Это как раз самое начало будет. Сейчас нам надо вверх или вниз. Нет, сюда-то можно, а вот наверху вниз не надо. Ну, 50 голды. Вот, они смеются нам в лицо. Тогда получается наверх. Главное не вправо. Вот за этим нельзя ни в коем случае спрыгивать. Никогда. И вот они, сапоги, yes!
Пирака Шуз. Вообще, игра вас так дурит просто. Если бы вы сейчас спрыгнули, вы оказались бы в такой жопе. Вам пришлось бы тратить еще где-то минут 15, чтобы пройти весь этот цикл. При том, что вы должны были найти все вот эти вот... И не случайно зайти в двери, там все пройти, понимаете? Да... Я бы на твоем месте выжил что-нибудь, Дим. Да-да-да, выжил бы. Вот, понимаешь? Поэтому... Вот, брат-то плохого не посоветует. Беги в город, беги! Может, еще что? А, вот он, город уже, все, вправо. Давай, все, беги, беги, беги! А-а-а! Нет! Ёпс туда! Блин, чуть все жизни не кончились. Буквально на самом последнем месте. Вот это был замес, друзья. Фух. Так приятно вернуться после этого в город. Все. Половина пятого левела пройдена. Половина пятого левела, понимаете? Ядрен батон. У нас чуть не сломался щит. 15 у него осталось хитов. Щит ломается очень сильно, когда вы находитесь на противнике. Просто улетает в путь. Сейчас нам левелап дадут, скорее всего. Ну, должны. Их нафиг. На самом деле там не так долго. Нет, еще нужно экспы. Так что мы пойдем за тысячи как раз, потому что... Мы сюда все равно вернемся. Перед боссом? Да, мы сейчас идем. Окей. Потерянную хрень. Ясно. На меч можно будет поменять. Угу. Так. Хрень. Передо мной тут лежат соты с медом из Белгорода, отцовские. Просто такие огромные соты с медом. Основа не пашет. Как основа не пашет? Скажите в чате, пашет, не пашет. Основа пашет, все нормально. Не включается снова, подожди. Так, друзья, ничего не трогайте, я просто уберу стрим с главным. Все, поехали дальше. Сейв для трусов. Сделай сейв. А Дима брат младше? Младше, конечно. На минус два. Прибавь, да. Минус два. Ты на мой салфку. Давай-ка я это самое. Вызов брошу в воде. В воде? Угу. Ну, там халява на самом деле. Надеюсь, пойдешь. В ине отдохни только, потому что на селик нет. Окей, хорошо. А все закупил, да? Не, ничего ты не закупил. Хорошо, сейчас меняемся с Димкой. Итак, у нас то место, которое мы проходили несколько сотен раз. Впереди. Потому что, во-первых, надеваем... Шузы правильные, которые защищают против воды. Вот, видите, она нам не причиняет никакого урона. Это просто чудо какое-то. Так, что я тут уже начал... фигнёй страдать. Ладно, хорошо, побежали, не торопимся. Здесь мы делали следующим образом. Бегали, прыгали, тратили, потом зависали. Опа. Давай, бери. 500 голды. Да, но как бы... Вернуться надо. А мы можем... А слушай, а мы здесь никогда не были-то. Да, были, да? Назад. Куда назад? Вниз? Да.
Я понял тебя. Ну, у тебя куча эфок. Куча эфок. По одному убивать. Охрененно. Да, это прикол. В город вернуться, подлечиться, нужно взять телек. Так я не могу, у меня все диапазоны эфок уже закрыты. Я могу прыгнуть, попробовать прыгнуть назад, но это может кончиться. Это был вызов. Не сдох, видишь, ты оказался неправ. Я же не сказал, когда ты сдох. Что, по красоте, что ли, уже все сделали? Так, главное лишнего не бить. Все, теперь у нас нет эфок. Мы абсолютно беззащитны перед... Подожди, а как мне с хп это быть? Перепрыгивай. Мне кажется, что нужно все-таки... Низ. Да, еще раз. Все, подбегай. Вот он, куда нужно ключ. Понятненько. F9? F9. Да. Мы включили максимальную скорость, вот это максимальная скорость. При такой скорости вас убивают буквально сразу же. Она нужна для чего? Для того, чтобы у вас быстрее регенерировались жизни. Это имба. Это чит, который мы юзали. Видите, он регенерируется. Реген хороший. Чит. Учит лоу. Чит. Не, почему? Я могу побегать. Вот так вот. Да, монстры спаунятся и очень быстро вас убьют. Ладно, хватит. А какой там третья стандартная? Пятая? О, слушай, здесь слоу-мод можно вообще делать. Даже шестая, наверное, нормальная. Итак, поехали. Наверх. Нет? Так, нам сюда, короче, сказал Дима. И, судя по всему, вниз. Давай, сволочь! И вот он сундучок, это что? Глори крест! Ключ! Да. Схренали, перепрыгивать мне. Отличненько, ключик есть. Оп. Глори крест это артефакт, на который нам обменяют меч и дадут его на халяву! А что там за меч, как он называется? Рыцарский меч. Ну что, нам нужно отсюда прыгать, кажется, это упадет. Этой серии знаю, но все-таки надо проверить. А, вон, кстати, сундучок, который с этим, с тысячей, любимый всеми. Или он не здесь? Ну ладно, неважно. Пытаемся вернуться назад. Если нужно вот подойти вот так вот аккуратненько и... Вот педагог, щит, как принял урон, а? Вы видели, друзья? Эта игра как бы не прощает. Шаг сделал лишний, можешь поплатиться уже. Тут же, просто тут же. Дэмэдж, и сейчас снизу еще будут. Так, а если мы сделаем вот так вот? Ах ты, ну так даже лучше. Все, подбрили этого головастика. И возвращаемся в город. Потому что, во-первых, у нас есть экспа, во-вторых, у нас скоро появится хороший рыцарский меч. Назад можно вниз спуститься просто, да? И мы думаем, что... Такое подозрение, что это вот та дверка, которая рядом с городом. А это что еще за хрень наверху? Я даже не вижу, не понимаю, где мы. Уёбс, туда, у меня эфок нет. Я понимаю, что не бить. Да, ну, в любом случае дэмэдж я получу. Так, хорошо, куда? Ну, очевидно, тут куда? Ладно, живем, пацаны. Пока что. У нас есть еще парочка. Заходить? Фак. Жестко. А, и влево, соответственно, вниз.
Только сейчас аккуратнее, потому что сейчас самое... Раз, два, три, опачки. Все, все, мы в городе, пацаны. Жизни мало, магия кончилась. Сейчас нужно взять меч, получить левел. Заходим в weapon. Я вообще не понимаю ничего, куда надо бежать. Да. О, смотрите, что он говорит. Well, I'll be... Sir, isn't there... Это не Crest of Honor, который ты носишь. Пожалуйста, заходите. Пожалуйста. Ладно, смотрим, что... Might I trade you... Могу я вам предложить за него рыцарский меч? Если не согласишься, он... Он что сделает? Не будет обслуживать? Да. Соглашаемся. Спасибо, сэр. Ля-ля-ля. И смотрите, какой меч появился внизу. У-ху! У-ху! Оно реально того стоит. Да, возможно, еще щит. Может быть, бабла хватит на щит. Сколько там нужно? Сейчас я посмотрю на щит. Но там мы еще 7800, плюс продаем еще. За сколько мы там продаем? А он не скажет нам, за сколько мы продаем. Давай попробуем просто банк и все остальное. Да, меч, конечно, здоровенный. Он и выглядеть будет здоровым просто. Просто великолепным. Так, мы сейчас вообще везде должны побывать. Сюда заходим. Здесь мы должны получить новый левел. Это больше жизни, больше урона от того же самого меча. Главное, чтобы хватило XP. И... Нет. Еще придется. Придется лечиться. Вот он банк, сейчас посмотрим, ну, обменяем, посмотрим, сколько у нас на депозите. Снимем сразу же все. Меняем алмазы 1 к 1 грабительский курс. Снимаем бабло, у нас всего 6 тысяч, но нам хватит с учетом того, что мы еще щит продадим. Снимаем все деньги со счета. Помните, тебе еще вынг. 7700, да, нам нужно еще вынг зайти, но сначала я зайду все-таки за щитом, а потом уже вынг. И жизни купить, да. А, друзья, потом-то будет уже босс. А я забыл уже, кто босс. Не говори, не говори, не говори, не говори. Ой, не помнишь. Я не помню его, да. Я не туда пошел. А, нет, все правильно, да. Покупаем щит, то есть мы грейдимся сразу по полной программе. Вот. Ну попробуй, может хватит. I'm sorry. Голда не хватает. Ой-ой-ой. Сколько не хватает? Ну сейчас придется фармить. Да. А сколько он там? 7... Он 7800 вроде бы. Так я же продаем. Да вроде 7800 как раз. Смотри, 7800. Мы же должны продать тот за 2000 где-то. У тебя налички должны хватать. Это чит какой-то. Только... Это нечестно. Не, я с деньгами пойду. Я с деньгами пойду и сохранюсь. Сейчас мы в гостинице восстановим, ну, жизни и магию. Мы же будем на этих. Ладно, давай. Ну, банально выгоднее просто. Мы за 100 восстанавливаем. А на двух хэвках уже окупим это все. И записываемся. Сурово, сурово. Это хардкор, друзья. Это просто... Ой, опять запишемся. Да, я продолжу свой квест. Давайте я еще раз повторю азы. То, что как бы многие просто подключаются не в курсе. Игра старенькая, называется Зелиард, помещается на дискетке. Главный герой путешествует по подземелью, перемещается между городами. Это воин, у него есть щит, меч, он знаком с магией. Есть накапливание экспы. Какое-никакое. А, ну можно здесь помножить их. Слабенько. Да, я понял. Вот уже лучше. Уже купили. А, нет, ты потратил. Щит? А, я щит не починил. Кажется, здесь будут. Да, вот он. Блин! Почему? 200, я понимаю. А мог сдохнуть. И я еще щит похерил просто в зюзю. А, у нас же есть меч классный. Надо же им орудовать. Смотрите, какой он. А, и же меч убивает красных. Нет? А, да, не убивает. Все,
А где у нас 1000 голды? Может, туда вернемся? А, да-да-да. Главное, щит сохранить, если щит убьют... Ёпс тудей! Это фейл. Блин. Помнишь, где падает? Ну, тут вот где-то. Один удар по щиту! Это был бы фейл, конечно. Все, заходим и покупаем... Нет. Алмазы. Алмазы, да. Сейчас он разозлится ведь. Я тебе принес, дурында. Ты говорил, заходи, когда хочешь. Я зашел, ушел, и что? Ох уж эти. Да, найди 1000 голды, ну... Найди голды. Сейчас у нас будет голды. Голда. От продажи щита. Итак... А мы вооружены ботинками новыми. А, может быть, думаешь... Ну, это, конечно, на шарку, но вдруг левелап еще дадут. I shall call upon the spirits and their powers. Давай, light. Faint — это уже самое последнее, да. Чуть-чуть нужно еще поубивать было. Может, поубиваем? Да, наверное, надо. Там совсем лол. Как раз и щит заценим. Итак, покупаем щит. Honor Shield за 7800. Есть бабло. Он нам предлагает 890 за наш старенький. Мы соглашаемся. Обратите внимание в правый нижний угол. И... 300! Хоба! Высокий щит. Такой Tower Shield, так называемый. Класс. Он нас будет прикрывать полностью. Ну иди так, не, налево пока иди. Налево? Чуть-чуть без полный. Записи, да? Естественно, без этих? Ну, а что? А что? Оу, oh, щит. Holy shit. Если сдохнешь, сами виноват. Лучше это меч. Да. Я думаю, что пора в город. Почему? Почему в город пора? Все, тут уже по красоте уже идет. Вот, десяточка есть. Сейчас мы еще глазов поубиваем. Я знаю, тут идут пацаны. Раз. Раза. Второй. Просто мастера уровня. А, нет, сюда не надо. Думаешь, все, хватит? Не может. Сейчас попробуем Элечку потратить. Нам же можно потратить все для того, чтобы... Да мне кажется, он как раз там и будет. По красоте просто транжирим Элечки. Опа, сатенчик. Две Эльки есть. Короче, оп, ой-ой-ой, как он прошел-то? Открылся, получил с вертушками. Сегодня мы Чака Норриса, кстати, видели в Муму. Да. Реально. Чак был. Без шуток, друзья, без шуток. Давай уже. А он сам подошел. Вообще, такая имба с этим мечом. Ну да. Судя по всему, нам хватит сейчас XP для того, чтобы получить... Там кто-то наверху прыгал к нам. Чтобы получить левел ап. Все разлетаются с первого удара, это очень хорошо. Просто замечательно. Последнее я Элечка сейчас потрачу. Тыкни! Виндовская клавиша была нажата только что. Но не предусмотрено было в игре, что ее будут запускать в какой-то другой операционной системе, отличной от DOS. И что на клавиатуре, в принципе, будут какие-то клавиши типа Windows. Я на секунду потерял контроль над ситуацией. Да, это сурово очень получается. 21 голд. Да, щит, конечно. Вот представляете, вы за такие копейки чините щит, даже убитый в усмерть. А для того, чтобы его купить, вы... Мышка не работает, к сожалению, в игре. Как странно. Главное, окно не перетаскивай, а то сейчас мы потом задолбаемся в этот. Ну и молимся, чтобы нам хватило сейчас XP получить следующий левел. После этого босса надо другую игру перейти. Так, да, есть, левел ап. Друзья, левел ап. Бабах! Сразу сейф идет.
И что это значит? Мы сейчас идем на босса сразу же. С новым мечом, с новым щитом, левелапнутые. Надо только сейчас скинуть баблом. Да. А мы прошли? Он слева был или справа, Magic? Мне кажется, справа, да. За банком. Я просто не помню, был ли Magic, значит, он здесь. Да. В Magic мы берем. 600. Слушай, да, во-первых, лечилка стоит 600, это для начала, как бы. Меняй алмазы и две лечилки сможешь купить. Печалька, друзья. Понимаешь, почему я не ел тут? Лучше сдохнуть. Я понял. Да, суровый. Это мастер лига? Это к чему? Не, он визор написал. Точнение, в детстве, будучи школотой. В детстве мы не прошли эту игру. Да. Потом ты, Димка, кажется, прошел ее. Да, несколько раз. Так, один к двум меняем алмазы. Ну, визор-то наверняка проходил ее вдоль и поперек. Естественно, естественно. Конечно же, нет, скорее всего. 600 за хилку. Вообще найс. Так, заходим в Magic, покупаем. Это последний левел, который мы пройдем. Потом будет, скорее всего, перерыв. Бонусного этого стрима, чтобы подготовиться. Ну, перерывчик просто. А, нет, больше ничего я не смогу купить. Слушай, Себри Ойл, учитывая наш рыцарский меч, может быть, она бы зарешала? Ну, у тебя и так зарешает все. Самое главное, да? Не пойдет. Ну, хорошо, ладно. Я просто даже не помню, какого, с каким боссом предстоит общаться. Я сохранюсь все равно, потому что да, мы несколько вещей сделали. Так. О, привет, сундук. Кстати, привет всем тем, кто был на Gamer Life. Прикольно было познакомиться здесь со всеми. Вот кто... Это сохранялка? А, да, точно. Я что-то в банк пошел сохраняться. Было весело. Там галерея появилась. Довольно большая. Там на 200-250 фото, кажется. Или на 300 даже. Женя там готовила еще там цитаты от участников. О, привет, Oxygen. Привет, привет. Всем привет. Направо идем, да, идем? Сейчас чайку дябну, секундочку. Кстати, скоро видео обещали. Видео я уже видел, первую часть. Но там нет пейнтбола, волейбола. Поехали. Так, что у нас есть? Вторая, третья кодируется. Так, ботинки те. Мы начинаем так же, как в прошлый раз, когда шли за маской. Тоже одна красная. Подстава. Да. Ну ладно, 8. Заходим в дверь. Без сапог мы бы это не прошли никак. Дальше... Право. Ну, вот здесь вот бы, да? Или где? А, наверху. Вот тут вот последняя жизнь идет, и вот дальше прыгаешь. Короче, здесь последняя жизнь, прыгаешь, прыгаешь, и дальше не можешь, не можешь и не успеваешь. Держим дистанцию, убиваем. Здесь, кажется, будут падать эти хрени. Какие-то. Ну, вот мы имеем право на ошибку, на самом деле. Все. Заново. А может просто бежать, а не прыгать? Как думаешь? Вот это рандомчик. Зря. Ну, в общем, вы видели, что там не такая тема, как в подходе в город. То есть здесь не... большая часть тем, ну, то есть падают они просто. И нужно реально либо на шару, либо вы должны... четко знать, какая из них сразу падает, которая какая не сразу. Сейчас мы по красоте F-очкой забьем этого. Бежим. Я перепрыгиваю какие-то и здесь перепрыгиваю. Вот. Отлично. Вот здесь снова вода, сами понимаете, здесь уже все жизни разумные кончаются. Даже если вы четко все нафармили.
Здесь лечение. Синее берем, конечно же. Конечно же. Будем падать вниз. Сейчас, Дима, расскажи, пожалуйста, что из себя представляет следующий босс, потому что я не помню, что он делает. А, давай, я покажу. Покажешь? Я хотел хоть одного босса, кроме краба, убить. Хорошо, вот. Убивай. А, ну ясно, блин, Дима помог, охрененно. А босса можно достать только в прыжке мечом. Прыжок мечом. Нет. А, я понял. Так? И сейчас назад резко, да. То есть от него надо убегать, босс... прыгать? Или можно бежать и бить. Ай, блин. Да, я понял. Но я со второго раза пройду его. Нифига себе, а что это за хрень-то была? Да, психоделичные темы. Но это китайцы делали или японцы. Вы видели, друзья? Вы это видели? Да, это оно. Полный щит, немножко голды на руках. Халявный босс. Но если у вас меч, то он халявный. Если у вас меча нет, то вы его хрен убьете, называется. Потому что... Виста? Именно Виста, или все-таки это с Виндосом как-то было связано. Ну, то, что точно как-то... Ага, то есть босса как-то звали. Сейчас мы экспресс-методом проходим, потому что нам бабло-то не сильно нужно. Элечки тоже не нужны, потому что босса мы их не достаем, получается. Соответственно, также быстро пробегаем следующую тему. Самая тяжкая будет на прыжках. А, ты знаешь это место. Ну я, да. Ну эта хрень, конечно, она жесткая. Все-таки. Когда он же, если на тебя упал, то все, до свидания. Так, значит, нам нужно сделать так, чтобы допрыгнуть с этой штуки до туда. Вот так, раз. И вот здесь вот. Так, еще есть шанс, да? Или нет шанса? Ох, хорошо. Получилось. Пробегаем дальше. И уже почти у босса оказались. Здесь спокойненько тратим элечки. Кстати, зря я так делаю, потому что нам в следующем левеле, возможно, понадобится все это дело. Жизни возьмем, потому что мы сюда, если все будет хорошо, не вернемся. Что? Есть у нас два лечения. Какие еще мысли есть? По центру? Я понял. Короче, я постараюсь не приближаться к концу крана просто. Сейчас я на нее иду и от нее. Вот это я классно сделал, по красоте просто. Оп. Давай. Блин. Фак. Ну, он не бьет! Он реально не бьет. Я пошел ва-банк и зря. Сейчас надо последний раз по красоте все сделать. Еее! Виста, да, enemy Виста. Я рад, что победил Висту! Вот, и ключик, посмотри, может, где-нибудь. Ключик. Я Виста повержена. Да, китайцы еще тогда. Так, Виста, все. Ну что ж, это пятый левел закончен. Мы добавляем еще один алмаз в ожерелье. Сломанное ожерелье принцессы. И сейчас будет крайне сложный уровень. Я даже предложил бы Диме взять листочек с бумажкой, потому что это золото, кажется, сейчас будет. Это золото. Следующие левелы будут еще жарче. А, мы же сказали перерыв сделать. Давай-то побегай немножко, да. Нужно просто досадиться. Вот, золотой левел славится несколькими вещами. Он больше остальных, реально больше. Здесь много... здесь тоже своеобразные сапоги будут, да, насколько помню, которые позволяют подниматься по вот этим вот спускам. И как раз без сапог, если в прошлых версиях, в принципе, как-то можно без ледяных, например, пройти третий левел, то без сапог в этом левеле вы никак игру не пройдете, в принципе. Дима сразу же берет ключ, но это ключ обычный, ключ к городу. Здесь есть осьминожки, да, там птицы, которые ходят на двух лапках. А, что-то еще. А, здесь невидимые какие-то есть.
тетки невидимые. Осьминог после первого удара становится неуязвимым, насколько я помню. По нему нельзя попасть, когда он черный. А, и здесь долгий этот... А, я помню, я проходил это совсем недавно. Ой, птичка. Не, ну у тебя щит хороший, все нормально. Сейчас Дима может уже в город забраться. В городе мы получим, соответственно, сразу же новое заклинание. Фух, 89-й год, да. Посмотрим на цены сейчас, посмотрим. 600 также. Holy Water — это очень хорошо. Во-первых, цена маленькая, а во-вторых, у вас заклинаний уже дофига. Магину Стоун взял? Денег не хватало, поэтому, чтобы выйти, тут же нет выхода. Есть. А, я понял, да. Точно нету. Закрытое какая-то, какое-то помещение. Нам рассказывают, что там, это строение, что? Этого строения здесь, кажется, не было раньше, а overnight. Как, короче, оно совсем не... Ну, прошлой ночью появилось здесь, как оно сюда попало. О, сейчас будет. Сейчас будет сюрприз, друзья. Называется «Обменяй алмаз 1 к 4». Да, здесь еще хороший, хороший курс. Это последний хороший курс в игре, в принципе. Там будет еще? Будет. А, бабло? Секретное деревня. А, да, я заходил, да, 1.8. Как в первом левеле. Клево. Ну да, в третьем. 1 к 4, обмен, это очень хорошо. Мы заходим, нам сразу дают новое заклинание. Обратим внимание вниз, это R. Как мы их называли-то? Да, мы их уже не называли. Не называли, да. В общем, это что-то вроде массового заклинания. 4 плюшки падают сверху на ваших врагов, на всем экране. Дима пытается счастье, это зря. Ему нужно и больше экспы собрать. Все? Сейчас будет, мы еще немножко побегаем, но вот половина игры приблизительно пройдена. 5 из 9 левелов, но дальше, конечно, будет сложнее, естественно. Но учитывая то, что если ты знаешь, куда бежать, то можно будет пройти потом вторую часть позже. Итак, уже 2,5 часа. О! Illumination Sword за 70к? 70 тысяч рублей. 70 тысяч. Вот это более... И легкий щит за пятнашечку. Ну, тут больше алмазов. Да, здесь будет больше бабла и будет больше, значительно лучше курсов в два раза. Поэтому, что накопить там 7 тысяч, что накопить здесь 14 тысяч, разницы никакой нет. Так. Ну что, сейчас Димка побегает, я думаю, может быть, да... Нет, все уже. Друзья, на этом первая часть трансляции Зелиард завершена. Возможно, будет вторая часть. А сегодня трансляция возобновится, знаете, во сколько? Правильно, в 19.00, через полтора часа. Затем я с вами прощаюсь благополучно. Увидимся через полтора часа. Спасибо за внимание. Если вы пропустили трансляцию, сейчас мы попробуем ее запилить на Ютубе. Все. Все, остановил? Как-то да. Нет, вот. Все. Напиши экзит в лучших традициях. Ha, 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 ha.